лежит у его ног в прямом и переносном смысле. Роман Страхов – автор серии «Межпланетный детектив» самого модного литературного проекта десятилетия пригласил нас в свой московский пентхаус. Роман, скажите, про какую планету будет ваша следующая книга? Не скажу. Книга должна была лежать у меня на столе еще неделю назад. Ага. Ты даже не можешь сказать, про что она, про какую планету. Ну, ты знаешь, от нашей-то я не в восторге, да? Но, похоже, я что-то весь дальний космос тоже исчерпал. Сам же говоришь, последняя книжка плохо продается. Да, конечно, плохо. Ты же не хочешь пиариться? Да? А это что? Вот это что? Ты интервью ты запарываешь. Ну да. Информповодов не даешь. Хоть бы блог завел, как он, Акунин. Кто? Акунин? Сказал. Короче, Страхов, я даю тебе еще 2 недели. Надоел космос? Нырни в мировой океан, я не знаю, атом расщепи. В ад спустись. Но только чтобы через 2 недели хороший новый детектив лежал у меня на столе. Иначе я тебя на такие штрафы выставлю. Иди. Ухожу, но кофе могу сварить. Анна Андреевна, вы не умеете варить кофе. Давайте лучше с вами вон вискаря выпьем, а? Ну вот же ваша собутыльник. Да надоел. Хуже горькой редьки. Надо полагать, достанетесь с этой фифи? Вполне вероятно, да. Очень вероятно. Нам сейчас уйдет вместе со всеми, потом минут через 20 вернется. Телефон забыл. А утром замучаюсь выставлять. Буду улыбаться, хотеть убить. А вот если вы задержитесь, она, может быть, и не вернется. Или пусть возвращается. Страхов, я ваша домработница, а не психоаналитик. Нет, Анна Андреевна. Вы мой любимый педагог по психосемантике. Ну и по душе спасению. Фифи, привет. Просыпайся, он будильник уже прозвенел. Эй!
Здравствуйте. Надеюсь, вы мой адвокат, да? Знал бы, что вы такая, давно бы стал преступником. Слушайте, мы же можем меня сначала вынуть из этого гестапо, да? А потом я отвечу вам на все ваши вопросы где-нибудь в приличном ресторане. Вы ответите на мои вопросы здесь. Старший следователь Игорёва из гестапо. Что, может быть, хотите подождать адвоката? Не-не-не, что вы. Мне с вами тут хорошо, наедине-то. Ну, конечно. Чего вам бояться с такими связями? Сам председатель Следственного комитета ваш поклонник. Да. Только учтите, что никакое начальство вас не спасет, если вы убили человека. Знаете, если я хочу убить человека, я никогда себе в этом не отказываю. Я убиваю. В книжках своих. Вы, кстати, почитайте. Во-первых, интересно. А во-вторых, увидите, что ни в одной книжке ни одной женщины я не убил. Знаете почему? Потому что я люблю женщин. Да? Я даже голос на них повысить не могу. В вашей крови обнаружено содержание алкоголя в количестве 2 промилле. Ой-ой-ой. По такой-то пьяни не то, что голос повысить. Руку поднять можно, а в руке бутылка красного игристого полусладкого. Да вы что? Я эту дрянь не то, что не пью, я донт не держу. Знаете, если пить шампанское, то, конечно, только Брют и только из провинции Шампань. Так мы же друзья подарили. Вон у вас под кроватью сколько подарков нашли. Но вы, конечно, не сможете мне сказать, кто, когда и какую именно дрянь вам подарил. Вы у меня в спальне убираете? Да. А заодно залезли к вам на сайт. Давно там не были, кстати. Взглянуть хотите? Есть какие-нибудь идеи, кто мог сделать эту фотографию и выложить ее в сети? Вы же не думаете, что это я? Кстати, даже по закону жанра, первый подозреваемый никогда не бывает убийцей. Убить девушку, сфотографироваться с трупом, выложить фото в сети. Да, это правда, нужно быть больным. Вот. Исчадие мата. Да. В любом случае, если вы так сильно не любили женщин, эта девушка была бы жива. Спасибо. Какой вам? А мы с вами соседи. А, да. Рад, что вас выпустили. Меня, знаете ли, тоже допрашивали. Наверное, надо было им сказать, что я видел убийцу. Кого видел? Ну, убийцу. Ну, слышу шум. Подошел в глазок посмотреть. Ну, глазок, сами понимаете, видно, к сожалению, не очень. Даже не понял, мужик или девушка. Но точно из вашей квартиры бежит. В красных кедах. Кто бежит? Наверное, все-таки девушка. Их у вас много бывает. Вы, наверное, секрет какой-то знаете. Ну, как это, правильно, с девушками. Поделились бы как-нибудь по-соседски. Как-нибудь поделюсь непременно. Всего доброго. До свидания. Анна Андреевна, я исчадие ада. Похоже. А что это вы делаете-то? Готовлю вам домашнюю еду. Да вы что? А сколько раз говорить, что я не люблю домашнюю еду?
Ну, что сделаешь? Люблю еду из ресторанов. Анна Андреевна, ну не можете вы никуда от меня выйти. Вы мой протагонист по драматургии. Я должен с вами обсуждать свои проблемы. Свои проблемы вы со мной не обсуждаете, вы делаете вид, что у вас их нет. Есть одна. Не могли бы сходить в спальню? Ну там бумажник остался справа у кровати. Я не боюсь, но как-то мне не по себе. Ну туда и убийца заходил. И... Там еще iPad рядом, захватите, пожалуйста. Вы, кстати, знаете, что сосед видел убийцу? Говорит, девушка в красных кедах. Если вы даже войти боитесь, интересно знать, как вы спать собираетесь. Спасибо, спасибо большое. А может, вам кровать заменить? Нельзя. Нельзя кровать менять. Кровать улика. Я сам чуть ли не первый подозреваемый в городе. Подписку взяли о невыезде. Она ее подписала. Убийца фотографию подписала. Вот. Нормальному человеку на каблуках тебя вообще не догнать. Привет. Привет, дорогая. Ну, что там с горлышком? А, да ничего, оно от той бутылки. И держали за него, когда били, но отпечатков нет. Либо гад был в перчатках, либо все за собой хорошо подтянул. Понятно. Огарева, а что это мы ночью делали? Смотрела репортажи убитой журналистки. И прочитала одну из книг писателя. Репортажи вообще никакие. Вряд ли ее из-за них убили. Короче, только расстроилась. Чего это? Да обидно, понимаешь? Убили молодую красивую девку. От нее какая-то фигня осталась. Этот прыщ самовлюбленный живет, как у Христа за пазухой. Да еще и книжки неплохие, как выяснилось, пишет. В общем, несправедливо, понимаешь? Понимаю. Что-то ночью опять работала. А ночью надо отдыхать физически активным образом. Вот ты когда последний раз отдыхала? Физически активно. А? У нас тут... Посторонние за моим столом. Да, пожалуйста. Садитесь. Ну и что вы здесь забыли? Ну, вы разбудили во мне совесть, а я решил следствию помочь. Гляньте. Я это уже видела. И это да. А вот это. И это. Там можно долго листать. Итак, у вас есть поклонница. Не бездна поклонница. Сумасшедших? На все вкус. Одну из них зовут Андромеда. Да, вы что, не читали, что ли? Стыдно. Это мой первый роман так назывался. Что она там написала? Так будет с каждой гадиной, которая залезет к нам в постель. То есть угрожает продолжать убийство. Вопрос. А может, вы ее знаете? Может, это кто-то из ваших знакомых? Не, вряд ли, вряд ли. Хотя... Знаете, у меня очень много разных знакомых. Ну, что гадать-то? Скоро все точно узнаем. Интересно, когда это мы узнаем? И откуда? Ну, посмотрите на сайте-то. Я ей ответ написал. Дорогая Андромеда, предлагаю от демонстрации наших чувств переходить к их проявлению. Где и когда мы сможем с тобой увидеться? Страх. Хотите встретиться с убийцей? Да, с вашей помощью. Вы переодеваетесь там, маскируетесь туристами, прохожими. Да, и как только она ко мне подходит, вы ее... Бац! Ну, на живца. Годится? Чего? Я лучше домой поеду книжки писать, а вы убийц ловить. Я вот прям как знал, что вам не понравится. Поэтому решил подстраховаться, знаете, связи свои поднапряг. Короче говоря, начальство-то ваше в полном восторге. Зарик, подтверди. Жень, так мы же говорим, у нас тут кипиш.
Кустицкий ждет план операции по задержанию. Угу. Пойдем-ка, выйдем. Вам-то это все зачем? Ну, видите ли, детективы пишутся с конца. Сначала финал придумал, потом крутить начинаешь. Но как не крутишь, ты же знаешь, чем кончится. А тут я не знаю, чем кончится. И мне интересно. Развлекаетесь, значит? Да. И еще мне очень нравится главная героиня. Такая умная, но не гибкая. Прямая, как шпала, но зато очень красивая. А вы в курсе, что вас тут терпеть не могут? Ну, кроме вот разве ваших друзей. Ну, конечно, с вами же заказное дело не обтяпаешь, вы же принципиально. Но раз в год, когда случается резонансное дело, и нужно наверх доложить, все, поймали преступника, вот тут вынуждены. Из-за этого-то вас, собственно, и терпят. А вот вы почему это терпите, я не знаю. А не знаю, значит, интересно. Послушайте, я вам не персонаж из книжки. Кстати, книжка же моя понравилась. Что, уже успели с Гласовой познакомиться? Какая такая Гласова? Не знаю, никакой Гласовой. У вас книжка, вон, из сумки торчит. А откуда вы знаете, что она мне понравилась? Ну, вы же умная. А книжка хорошая. А вот потерпите меня еще чуток. Может, я еще что-нибудь напишу. Андромеда ответила. Через 3 часа на смотровой на Воробьевых горах. А вы не хотите меня раздеть? Нет. Я вообще-то имел в виду. А что, вы не будете на меня вешать все эти микрофоны, там, камеры скрытые, ну, чтобы записать признание маньячка? Послушайте, хватит. Эта женщина опасна. Она уже убила? Убила, да. Девочку спящую она убила. Я все-таки мужик пока. Чего вы думаете, я с теткой не справлюсь? Тетки разные бывают. Роман Страхов? Нет. Думаю, что не случайно. В смысле? То есть это вы, да? Круто. Слушайте, я вот как раз дочитал вашу последнюю книгу. Вы не могли бы расписаться? Могли бы. Только у меня ручки нет. Вот, блин, у меня тоже в машине осталось. Так, может, дойдем? Вон буквально 5 метров. Пожалуйста. Вон красненькая. Пожалуйста. Ну ладно, может, я хоть согреюсь. Спасибо. Алло, мам. Пошли. Мам, доля, пиши. Новый мы, да. Да, сегодня. Ну вот и ручка. Да. Книга. Да-да-да. Клеточный какой-нибудь тип, который не отличает форму от содержания. Важно, кто мы по сути.
Я женщина. Вы мужчина. Вы писатель, я ваша поклонница. Не просто поклонница. Я ваш ангел-хранитель. Ваше здоровье? Радиус всего 5 километров, дальше они уехать не могли. Мне очень нужен этот чертов сигнал. Я знаю, что такое одиночество. Я знаю, как хочется заполнить эту пустоту. Все эти женщины, которых я убила... Так уж и все. Это не важно. Просто попытка заполнить пустоту. Вы это сами знаете, но вы больше не будете одиноки. Я знаю вас как саму себя. Я могу прочитать ваши мысли. Не надо. Пейте. Вам пора расслабиться. Вам, похоже, тоже. Пора. Вечеринка закончилась. Сергей Михайлович Кустицкий, начальник управления. Позвольте мне, так сказать, от лица Следственного комитета поблагодарить вас за поимку особо опасного преступника. Огарева, умница, не посрамила контору. Молодцы! Оправданы вот чудесные пары. Тут ваш издатель предлагает... Пресс-конференцию. Да. Прекрасный информационный повод. Известный писатель... Помог поймать маньяка. Обоюдный пиар. А мы сейчас напряжем пресс-службу. Сейчас через полчаса здесь будет толпа журналистов. Расскажешь во всех красках, как был в плену у маньяка. Маша! Маш, мы тут маньяка поймали. Алай. Да. Страхов поймал маньяка. Да, всех. Давай. Ну что, Ватсон? До свидания. Я в цирк не пойду. Так я тоже не пойду. Может быть, кофе? Как же без вас-то? Вы же главный на арене. Понятно, кофе не хотим. Ну ничего, вон водичкой перебьемся. Я знаете, что подумал-то? Вот этот вот, ну вот это оно-то, ну маньяк, да, утверждает, что всех моих женщин убил. Я и не против, пожалуйста, но они все живы. Кроме той, которая, в общем-то, и не совсем моя. Понравилось играть в сыщика? Не без этого, да. Ну а вы-то вот уверены, что прям убийцу поймали, да? У нас, если подозреваемый признался, мы закрываем дело. Очень плохо. В моих книгах хорошие сыщики, они улики ищут, они признания ждут.
Лежать, я сказала. Женечка, мне снится или в самом деле ваша грудь в моей ладони? Страхов? Какого черта? Да, это я. Опа. Ты еще и вазу разбил. Зато теперь мы на «ты». Это случайность. Какого черта вы вломились в опечатанный дом подозреваемого? А вы? Я думаю, что по той же причине, что и я. Не очень вам верится, что маньяк и убийца одно лицо, а начальство дело пытается закрыть, а вы тайком, тихенько пробрались. Если я здесь неофициально, это еще не значит, что то ты можешь... Я не могу искать здесь красные кеды, так? Мешать мне искать красные кеды. Я мешаю. Да я за вас всю черную работу сделал. Нету. Нету здесь никаких красных кедов и... И не было. Ну-ка, вы метайтесь из машины. Не-а. Я выйду, а вы раз и на это свое неофициальное расследование, да? Не, я с вами хочу. Пожалуйста, ну, возьмите меня с собой. Пожалуйста. А начальство знает вообще, чем вы занимаетесь в рабочее время? Думаете, Кустицкому понравится? Вы меня что, шантажируете? Ага. Вот такая вот я беспринципная тварь. От меня чего угодно можно ожидать. Вы что, всерьез думаете, что я не могу настучать на вас Кустицкому, что ли? С моими связями? А, я вижу, не верите, не верите. Ну что ж, можете проверить. Или все-таки поехали, а? Поехали. Значит так, сейчас я иду к родителям убитой, а вам, я думаю, лучше остаться здесь. Да я даже пристегнусь для верности. А если я буду послушным, мы сможем опять на «ты» перейти, а? А то я себя таким старым чувствую. Посмотрим. Не, я решил остаться с вами на «вы». А? Ну, так же романтичней. Знакомьтесь, это Роман Страхов. Он последним видел вашу дочь живой, и он уже уходит. Я не ухожу. Я пришел, чтобы сказать, что мне действительно искренне жаль. Что... Жаль? Как ты вообще посмел мой порог переступить? Ты дочери меня лишил, а потом опозорил ее на всю страну в своем интернете. Господи, что ты такое говоришь? Она была хорошей девочкой, она никогда ничего себе такого не позволяла. Успокойся ты. Хорошая девочка не спала бы, с кем попала, и не рожала бы женатых мужиков. Что мне дичу потом сказать? Слушайте, ну пожалуйста, ну прекратите, я ведь на самом деле... Извините. Я ухожу. Можно я возьму эту фотографию? Берите все, что хотите. Слушайте, вам ребенок нужен? С ума сошли? Поздравляю. Какой еще ребенок? У меня он есть один. Нет, ну вам вообще-то ваш сын нужен? Он полдня вас ждет. Хоть бы позвонили. Черт. Сегодня что, вторник, что ли? Ну? Как в школе-то? Да никак. Тоска. Мне кажется, теперь надо школьную программу в мультиках излагать. Может, Маша и Медведя они лучше поймут. Ладно, не парься, у меня тоже он проблемы с одним коллегой. Он тупой? Тупой? Нет, хуже. У него на яхте девушка была одна.
Ну, сфоткалась. Потом эту девушку нашли мертвой в квартире у другого нашего приятеля. Ну, вероятность совпадения 1:46 примерно. А как ты рассчитаешь тогда вероятность совпадения, что вот этот коллега, он эту девушку убил? Ну, сильно разозлился, что, мол, она сначала была на яхте, потом в квартире. Как? Слушай, пап, сходи к нему и спроси, ты убивал свою любовницу? На этот вопрос даже шестиклассник ответит. Да, сын. Нам, похоже, обоим надо выпить. Мне колу без сахара. Что же этот гад тут разглядел? Я что хотел-то? Яхта твоя, она в Сан-Тропе по-прежнему, да? Да. Я просто на уикенд собрался, хочу одну красотку покатать, если ты не против, конечно. Я ее продал недавно, ну, месяца два назад. Витьке Охотину. Да ты что? Да. Уф, как жалко-то, а? Какая яхта была роскошная. Давай. Давай. Ты этот пиджак хотел взять? Или я опять дура, ничего не поняла? Нинок, ну не нагнетай, ну этот так этот. Обижается, что я в командировку на нашу годовщину еду. Только это не командировка. Это наш медовый месяц на Гавайях. Я хотел билет ей завтра вручить, а эта идиотка из турагентства, она меня подставила. Прости, дурака. Не понимаю. То есть ты в поездку с женой едешь? Да. А гарем как? Страх. Ну какой гарем? Какой гарем? Я уже отгаремился. Тихо, тихо. Кеды возьмешь? Ну не в ботинках же пойдет. Любимая, пощади. Они мне труд. Я их надевал недавно. Можно я возьму кеды? Красотку хочу отвезти в поход. А тупо в ресторан не пробовал? Многим нравится. Да? Да. Перезваниваете? Так мы вроде пока не женаты. Я просто пропускаю все неинтересное. И сразу к сути. Угу. А вы зачем к Филиппову-то? Я? Узнать, как давно у него был роман с убитой. И когда он катал ее на своей яхте. А вы зачем? Ну, так он вроде друг мне. И яхту он давно продал, кстати. Ночью в состоянии сильного алкогольного опьянения вы вернулись в квартиру Страхова. Этого вы не отрицаете? Вернулся, я портфель забыл. Вы вернулись, забрали портфель, а потом увидели, что ваша любовница вам изменяет. Произошла ссора, драка, и вы ударили ее бутылкой по голове, так? Да с чего вы взяли, что она моя любовница-то? Да мало ли кого я на яхте катаю, я не помню. Да и яхту я продал уже. А эксклюзивное интервью с писателем Страховым вы совершенно незнакомой девушке просто так устроили? Пожалели бедняжку, да? Боже мой, да я как с деревом разговариваю. Страхов, ты там, да? Ты слышишь меня? Ну скажи ей что-нибудь, она вообще меня не слушает. Страхова там нет. А я вас слушаю очень внимательно. Поэтому продолжим. Итак, вы берете труп и подкладываете его в кровать. А потом фотографируете, чтобы выложить фото в сети. Да я никого не подкладывал, она уже там лежала. Я не знал, что она мертвая. Я думал, что она пьяная. Сам был слегка пьяный, было темно.
То есть вы не отрицаете, что сделали фотографию и выложили ее на сайте? Но это пиар. Это моя работа. Я никого не убивал. Понятно. Я лет 20 его знаю. Я мысли могу его читать. Серьезно? Да. Слушайте, ну а что же вы сразу тогда не прочитали, что это он вломился в ваш дом? Ну да, недооценил его коммерческого интереса. Ну а теперь сами-то подумайте, что получается. Филиппов, как вы говорите, вломился ко мне ночью, да? Застал свою бабу у меня в постели. Взял бутылку, грохнул ей по голове. Потом сел и задумался. Ах, нет, худо без добра. Дай-ка я заодно страх его продажи подниму. Взял фотку, выложил в интернет. Слушайте, вы про психологию-то что-нибудь слышали? Да вся ваша психология – это бабло. Вы считаете Филиппова другом, потому что он хорошо вас продает. А он считает убийство отличной рекламой товара. Поэтому да, меня не смущает, что он сначала убил, а потом решил подзаработать. Может, он вообще подумал, что в такой цинизм никто не поверит. И что эта гадость, которую он выложил в интернет, сыграет как его алиби. Вот все, что выгребли у вас из-под кровати. Можете разложить обратно по местам. Все, дело закрыто. Так, так, так. От супермаркета пустили маршрутку. Угу. У вас опять сломался телевизор. Да? И... Ну да, уборщицы сегодня не было. Теперь спрашивайте меня, как все это узнал. Ну, вы сейчас сами все расскажете. Да, расскажу. Ну, супермаркет, понятно, вы бы на себе это не потащили. Что до уборщицы, так вы опять в моих тапках. Она когда приходит, она их прячет. Ну, а телевизор, вон, вы капусту режете. Знаете, что я не буду капусту есть. Значит, сами решили здесь поужинать. А что вас может заставить здесь ужинать? Только вон телевизор. Значит, ваш опять сломался. Элементарно, Ватсон. Не могу я поверить, что мой друг Филиппов мог кого-то убить. Какой он вам друг, собутыльник? Да не мучаетесь вы. Извините, я не знал, что у вас гостья. Какая гостья? Я же вроде в штанах, а он с пустым стаканом.
Так значит, можно зайти? Но вы мне секрет обещали. Про девушек. А. Есть что выпить? Подойдет? Идеально. Прошу. Так что же, смешить, что ли, надо? Ну вот, видите, я, как обещал, рассказал секрет. Теперь ваша очередь. Да, у меня нету. Уверен, что есть. Мне бы это, в сортир. А, вот вы ходите налево и направо. Только не думайте, что отвертитесь. Под кроватью очень хорошо ноги видны. Ну, скажем, там, в красных кедах, да? А вот из дверного глазка, ну, совершенно не видно. И потом, ну, понравилась девушка. Зачем же бить ее бутылкой по голове, ну? Думаешь, такой крутой, да? Думаешь, они от тебя все тащатся? А знаешь, что она про тебя говорила? Где этот лифт? Сколько можно ездить, а? А? Это я не вам. Башка раскалывается. Постойте, может, анальгин? Анальгину хотите? А у вас есть? Есть, в доме. Заходите. Спасибо. Вот. Самое ужасное, что утром этот урод даже не вспомнит, как меня зовут. Я вас не забыл. Ты что делаешь, урод? Это вообще несчастный случай был. Может быть. Пока ты ко мне в постель ее не принес. Thank you.
полсекунды. И вам некого было бы в тюрьму сажать. Ну и что вы так сияете? Так что я рад. Я счастлив. Что вы? Наконец-то вы пришли ко мне выпить чашечку кофе. Что-что? Ну, а что вас могло заставить посетить меня в столь поздний час? Ой, ладно, ладно, ладно. Ну, сознайтесь, я же вам не безразличен. Послушайте, да при чем здесь вы? Как при чем? Во-первых, я здесь живу. Во-вторых, ну не пришли же вы сюда брать уроки варки борща у Анны Андреевны, нет? Вам павлины нравятся? Не знаю, не ел никогда, что. Так это вы, самовлюбленный павлин. О, как. А я пришла поговорить со свидетелем из соседней квартиры, потому что... Потому что даже ежу понятно, что в дверной глазок, ну, нельзя перепутать мальчика, девочку, вот этого маленького, толстенького, лысенького, мужчинку вроде Филиппова. И я вам 3 часа назад об этом говорил, а вы меня не послушали. Знаете почему? Потому что я в людях разбираюсь, а вы пока нет. Да? А что же вы сразу не обратили внимания на прораба, который ремонт у соседей делал? Он к вам и в гости напрашивался, и в друзья набивал. Ну, я же не знал, что он прораб. Вот именно. Потому что вы вообще на него не смотрели. По той причине, что он не ходит в мини-юбке. Да? Ну, вы же тоже вроде не в мини-юбке, а? А я на вас смотрю. К счастью, в последний раз. Слушай, а дай мне что-то за март, пожалуйста. О, тортик. Это, кстати. А я вам тут гостя привел. Насколько я понял, Роман Андреевич наконец определился с темой своей новой книги. Она будет про нашу планету, про наш следственный комитет и про твой, Огарёва, конкретный отдел. А посему в целях изучения материала ваш новый товарищ с сегодняшнего дня будет делить с вами, можно сказать, героические будни. А потом поделится своими впечатлениями в своем блоге. Роман Андреевич, а как будет называться ваш блог? Роман со следствием. Роман со следствием. Вы угостите тортиком-то вашего нового, можно сказать, члена коллектива.
Что? Что слышал? В трамвай садись. Алло. Да. Жди. Алло. Ну и где? Где этот гребаный сигнал? Где, где? Да где угодно. В подвале в каком-нибудь, в бункере. Под землей, под водой. Там, где сигнал не проходит. Так что ждать-то? Прочесать этот поселок и найти этот гребаный бункер. Ага. Никто ее не заметит, как ты будешь чесать от дома к дому. Заложимся, рисковать мы не можем. Так, Михаил Михайлович? Есть сигнал. Сергей Михайлович, я понимаю, что писатель нам послал председатель, но... Своего любимого писателя. А нельзя, чтобы он отображал героические будни какого-нибудь другого отдела? Нельзя. Ему ты понравилась. А меня, значит, уже никто не спрашивает. А тебя, значит, не спрашивают. Ну, говорю тебе, любимый писатель-председатель, что тебе непонятно-то? Сергей Михайлович, ну он же совсем не обученный. Угу. И лезет всюду.
А не дай бог попадет под пулю, и кто за это отвечать будет? Председатель? А ты как думаешь, кто за это будет отвечать? Председатель? Нет. Правильно думаешь. Вот иди, Огарева. Береги его, как зеницу ока, чтобы он был жив и здоров. И чтобы был доволен и счастлив. И чтобы правильно отражал героические будни твои. Поняла? Поняла. А еще убийство раскрывали. Пацанов местных опросили, жил здесь недалеко. Никто ничего подозрительного не видел. Откуда здесь этот чемодан взялся, вообще непонятно. Кофе хотите? Я тело найти хочу. Можно мне горяченького? Да. Сколько осталось? Судя по платью, тело было ого-го. Уже известно, кто его обладательница? Медсестра Екатерина Сафронина, невеста Михаила Серегина, шефа службы безопасности фармакологической компании. Ее похитили... Серегин заплатил выкуп в специальном кейсе с маячком. Ну, не в конторе таких шпионских штук полно. Ну и получил. Кейс без денег и платье без тела. Со следами насильственной смерти. Да, в таком платье шансов у нее не было. Думаешь, ее изнасиловали? Нет, что вы. Ее на руках носили. Вот что нам это платье говорит, а? Что обладательница его, как правильно Галочка заметила, имела тело-то ого-го, и не просто имела, а знала об этом и умела этим пользоваться. Вот взяла и превратила свое похищение в этакий романтический плен. Она закрутила роман с главарем, а тут, опа, и выкуп принесли. Значит, девушку нужно освобождать, прощаться. Устроили они в честь ее отходную, ну, естественно, песни, пляски, водка. А когда они вырубились, она исчезла вместе, разумеется, с деньгами жениха. И он догоняет ее в лесу, главарь, смотрит на нее, говорит, все, прощу. Оставь деньги и уходи. Она говорит, нет, попробуй-ка отними. Взыграла в нем ретивое, достал он нож и, заметьте, убил-то. Не из-за денег, из-за любви. Может, все-таки кофе? Нет, спасибо, нам улики искать надо. Это вы хорошо устроились. Юбку увидели, историю придумали. Пойдем, вот ученику попьем. На очереди стоите. Да. Работаем, работаем. Работайте. А что делать? Зато как сочинил. Она совсем не улыбалась. Такая застенчивая была. Она же из провинции. В Москве таких не бывает. Стеснялась, например, на людях целоваться. 2 года проработала в поликлинике МВД, так ни с кем не сдружила. Я сам эту крепость 1/2 года штурмовал. Ну-ка, назад верните одну. А платье вот это вот, это вы ей подарили, да? Нет, я только цветы ей дарил. Она не принимала никаких подарков. Ни одежду, ни косметику, ни украшения. Кстати, об украшениях. Вы бы нам очень помогли, если бы описали, что она носила. Это важно, понимаете? Да, да, понимаю. Только Катя не носила никаких украшений. У нее было старое кольцо серебряное с дырочкой из-под камня. И один медальон такой в виде сердца. Секрет. Дверцы открываются, а там фотография родителей. Может быть так, что она где-то раненая, без сознания. Мы обязательно ее найдем. Обязательно. Эй, ты! Не вешай нос! Сам же говорил, что первая версия всегда ложная. Скромные девушки в таких вызывающих платьях не ходят. Ну и что? Если всех, кто обманывает своих партнеров, убивать и похищать, то людей на улицах не останется. Да ты ж первый пропадешь, страхов. Вот уж не думала, что ты настолько лояльна к изменам. Я бы за измену убивала. А эту Катю, ее убили из-за денег. Машину.
Вау. Не ждали, извини. А позвонить? Так ты давай мне шанс, ты подходи к телефону. Бывают в жизни женщины моменты, когда ей не до телефона. Я не она, поэтому не приглашаю. Так я не к тебе, я к Феде. А Федя в школе? В какой школе? Ты на часы-то посмотри. В смысле, ты сейчас решил в отца поиграть, да? Ну, если ты отец, ты должен знать, что твой сын обычно по средам, после уроков, играет в школе в волейбол до 8 часов. А забирает его кто? Из школы в 3 кварталах? Мальчик уже 2 года, как сам путешествует. Ничего, что ты не знал. Я его заберу. Я сейчас. Здрасте, здрасте. 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 Ага, здрасте. Какими судьбами? Вроде не четверг. Садись, подвезу. Не, хотел с ребятами погулять. Ну, погуляй, я подожду. Мы можем до вечера гулять. Ну, гуляй до вечера, мне сам делать нечего. Ты чего? Ты расследуешь похищение подростка? Девушки. Ну, я вроде не девушка. А ты думаешь, опасность только девушкам угрожает, что ли? Слушай, пап, по статистике, самая большая опасность в городе – это автотранспорт. И ты предлагаешь меня подвезти? Давай сегодня ко мне все равно. Потому что у мамы там… Я понял. У нее гости, да. Слушай, пап, нет у нее никого. Это она так, чтоб тебя позлить. Проходите. Сейчас посмотрим запись камер наблюдения. Прислали из поликлиники МВД. Подождите минуточку. Послушайте, что я подумал-то. А откуда похитители знают, сколько с вас денег просить? Вы никого из друзей не подозреваете? Вот она. Евгения, послушайте, у меня не так много друзей. И я уверен. В каждом. А кто не уверен? Вот, товарищ говорит. Товарищ говорит глупости. Специально, чтобы мы не скучали. Для этого и держим. Вот эта запись за тот самый день. Там видно, как Катя уходит с работы. К ней подходит какой-то мужчина. Я не говорю, что это обязательно похититель, но вдруг вы его знаете. Пойдемте. Отмотайте. Жень, сказать можно? Нет. Вот. Барков Игорь Иванович. Служба безопасности Бетафарма. Наши конкуренты. Мой первый враг. Реально враг? То есть вы думаете... Нет, не думаю. Они, конечно, шпионят за нами. Мы за ними, но чтобы до прямой уголовщины. И потом он бы требовал не деньги. Их интересуют наши разработки. Формулы. А не странно ли это? Что он там делает в одно время с Катей? Ну, это же поликлиника МВД. Мы в службах безопасности все бывшие менты. Я и сам там лечусь. И с Катей познакомился. До свидания. До свидания. Знаешь что, Женечка? Можешь стрелять, но я скажу. Во-первых, это не кофе. Во-вторых, надо доверять своим сотрудникам. Ты мне вообще не сотрудник. А я не про себя. Я вон про Жарикова. Жариков мелкого знает. И ты молчишь? Я же говорю, это Боб Ковальский. Ковальский Альфонс. Ты же вроде говорил Боб. Боб Кликуха, Боря его зовут. Альфонс — это талант такой своеобразный.
Талант у него немеренный. Так умеет лялькам на уши подсесть, они прям млеют. Нинка из УБЭПа рассказывала. Одна такая лялька обрыдалась. Я, говорит, на Ковальского салон переписал. Верните мне его. Ну, Нинка спрашивает, что за салон? А лялька говорит, какой салон? Ковальского верните. Нормально. А чего же он девушку тогда похитил, если каждая готова ему и так последний лифчик отдать, а? Что значит, что же? Растет человек. Не все же ему у баб на шее сидеть. Вот, за ихник мужиков взялся. Так долги у него. Играет по-крупному. И в карты ему не везет, поскольку уж везет в любви. Может, он так с кредиторами расплатился. Судя по всему, Сафронина была знакома с Ковальским, так? И, судя по всему, Серегин твой, он об этом знакомстве не знал. То есть я оказался прав. Она от него скрывала. А раз так, значит, позволишь мне угостить, наконец-то, тебя хорошим кофе. Тут, кстати, прямо вот за углом есть кофейня напротив дома Ковальского. Так что можем его туда дернуть и там допросить. И это прям... Не проезжай, не проезжай. Вон, 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 справа. Справа, вон. Пирогов, вон. Пирогов, тормозника. Не спать. Быстро доезжаем, паркуемся во дворе. А что, кофе ждать не будем? Давай, езжай. Пришли. Кто там? Следственный комитет, откройте. Минутку! Откройте. 30 секунд, ломаю дверь. Да в порядке, в порядке. Не тормози давай. Стой! Что? Смотри, с дыркой вместо камня, как на серебряных фотографиях. Похоже, Сафронина кольцо. Ну что ты встал-то? Беги за ним. Летишь, командир. Тебе какое дело? Я думал, подвезти надо. Слушай, а можешь? Прости, весь день на взводе. Ты трех вокзал, деньги не вопрос. Не вопрос. Поехали. Знаешь что? Кофе подержи, я ключ достану, да? Конечно. Ага. Поцелуешь, пройдет. Я уже врачей вызову, пусть перебинтуют тебе рот. Может, хоть помолчишь наконец. Мне нравится, что ты обо мне заботишься. Слушай, ты, я не хочу получать по башке за каждый твой чих. Поэтому теперь от меня ни на шаг, понял? Да, пока смерть не разлучит нас. Пока не придумай, как от тебя избавиться. Так, машину быстро.
Узнаешь? Нашли у тебя дома. А что, нравится? Так оставь себе. Как говорится, что с воза упало, то пропало. Вопрос, кого упало? Ну, не знаю. У меня дома много разных красавиц бывает. А сколько, скажи мне? Ну, вот хотя бы, ну, приблизительно масштаб. Молчу я, молчу. Значит, Сафронину держали у тебя дома. А зачем вы потом ее повезли в речной? Ту-ту-ту-ту-ту, стоп. Какую Сафронину? На какой нафиг речной? То есть ты отрицаешь факт знакомства с Екатериной Сафрониной? И что в понедельник ты был в поселке речной? Нет. В понедельник я был дома. Владка Кузина позвонила, зашла на ёжку. На какую еще ёжку? Камасутру. Заходи, покажу. Так я уже зашла. А ты от меня бежать? Так это, долги у меня? Думала, братва пришла за деньгами. Так мы вроде громко сказали. Следственный комитет. А братва, ты думаешь, что говорит братва? Я на слово людям не верю. Я сам много разных слов знаю. Ну, значит, ты не обидишься, если и мы тебе на слово не поверим. И если эта твоя камасутра не подтвердит тебе алиби на понедельник? Подтвердит. Вернется в Москву и подтвердит. Уехала она в командировку. Так мы подождем. Ты пока в СИЗО посидишь, а мы тебе обвинение подготовим. Какое обвинение? В убийстве и похищении. Отягчающее. Не-не, подождите. Можно мне мой телефон? Ты уже использовал право на звонок. Да я не собираюсь никому звонить. Мне это, алиби показать. Ну, попробуй. Вот. Это что такое? Но. Грязное животное. Часть вторая. Ну-ка, улыбнись, бабочки. Вот он крадется, твой тигр. Ну, это мы с Владкой Кузиной в понедельник. Ну, соображайте, концерт идет по телевизору. Этот, как его, Палёш Шмеля. Проверьте по программе, там логотип канала виден. Ну, что вы на меня смотрите? А соображай, как все было. Ух ты, глянь-ка. Этот зад я уже видела. На лицо посмотри. Черт возьми. Это же Сафронина. Ага. И живая. Вот что я ненавижу в своей работе. Лифты. Новости близким сообщать. Хочешь, я скажу? Ты правда можешь? Кто? Огарёва, Следственный комитет. Здрасте. 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 Ну что, у нас для вас две новости. Одна хорошая. Катя ваша жива. Да. Вторая — это не ваша Катя. Чего? Страхов. Тихо. Ну, не ваша Катя. То есть ваша, но и не Катя зовут. У нее другой мужик. И на ваши деньги у нее другая жизнь бы началась, если бы не... Ты что сказал? Так, спокойно, спокойно! Это только одна из версий. Но на данный момент основная. В общем, вашу невесту на самом деле зовут Влада Кузина. И уже 3 года она состоит в отношениях с человеком, которого вы видели на записи из поликлиники. Это Борис Ковальский, брачный аферист. Впрочем, к ее афере с вами он не имеет никакого отношения. Хотя вполне возможно, что деньги предназначались именно для него. В общем, Кузина пока скрывается, но мы следим за Ковальским, и как только ее найдем, мы сразу вам сообщим. Уходите. Вот спасибо, да? Ох, спасибо, что не дала на растерзание этому Кинг-Конгу, хотя вижу, что уже сама хочешь растерзать, да? Ну что, давай, я не против. Слушай, а ты вообще людям сочувствуешь, да? Людям это кому? Это Кинг-Конгу, что ли? Нет, если кому сочувствовать, так это Кузина и Сафронина. Девка-то гонит, живая, боевая. Как она полгода с этим Дуболовым жила? Ведь одного взгляда на платье достаточно, чтобы понять, кто она такая, правда? Он на ней жениться хотел.
и она не хотела. И что дальше? Ну, понадобилась тебе девушка, ну, сделай так, чтобы ей было хорошо. А не можешь на каких-нибудь претензий? Он к ней чувствует. Сам до своей тачки доберешься, да? Машину давайте. Алло. Серьезно что-то? Да, еду, я сейчас буду. Эй! Ребят, ЧП у меня. Подкиньте недалеко. Так, Анна Андреевна, давайте без паники. Смотрите, я сейчас вас поднимаю. Давайте, нам надо встать, чтобы потом вы легли. Давайте, давайте. Не трогайте меня. Ой, я же вам по телефону сказала. Не спешите, ловить своих убийц нет. Примчался. Еще толпу с собой привел. Давайте подниматься. Давайте. Ну, что вы думаете, я без вас, что ли, встать не могу? Давайте без меня, давайте сами. О! Радикулит? Нет, гланды. Так, аптечка где? Аптечка в аптеке. Что нужно купить? Понятно. Жариков, быстро в машину за аптечкой. Страх с пирогом на кухню. Сделайте уже свой обещанный кофе, наконец. Давайте. Ох. Нас, кстати, не представили. Женя. Началось, вздрогнула бабуля. Видишь, он реагирует. Полковник распушил бороду, кинулся под кровать, Тамара Владимировна схватилась за голову. «Слышишь?» «Нет», — честно ответил я, начав сомневаться в сумасшествии старушки. Звуковые галлюцинации, как правило, преследуют исключительно больных людей. А если мучаются собаки, значит, они тоже что-то слышат. Так, кофе. Кофе. Конечно, кофе. После ее уборки вообще ни черта не найдешь. Вот куда она его дела, а? Кто? Да теща это. Они все одинаковые. Самые нужные в самый дальний угол засунут. О! Чашка нашлась, любимая. 100 лет не видел. Анна Андреевна не теща. Преподавательница моя, любимая. Была в институте. А что же она у тебя дома-то делает? Как что? Помогает по хозяйству. Ага. Вон чё. Кофе нашелся. Он мне только мешает. Ни в доме его не дает навести порядок, ни в жизни его бестолковой, ни в творчестве. Я же все-таки профессор, мог бы посоветоваться со мной, я доктор наук. Уж про книжки-то мог со мной посоветоваться. Но он вроде неплохие книжки пишет. Правда, я только одну пока прочитала. Ну что вы в книжках понимаете? Что это за писатель в его возрасте без букеровской премии? Скоро сын вырастет, стесняться его будет. А у него что, сын есть? Да. А у сына мама. Но они в разводе, если тебя это интересует. Меня это совершенно не интересует. Ну и правильно. Держись от него подальше. А что с ним не так-то? Да не с ним, с тобой. А со мной что не так? Ну ты хорошая девочка. Но ему нужна стерва. Стерва вроде меня, только помоложе. Ну, теперь таких не делают. Но где же такую теперь взять? Я что, разрешала? Прости, Ковальский звонит. Сафронина объявилась. Серегин позвонил Ковальскому, сказал, что сейчас приедет. Входите. Давно он вам звонил? Давно. Даже не знаю, откуда же телефон взял. Он начальник серьезной службы безопасности. В прошлом оперативный сотрудник. Имеет связи. Чего удивительного? Пистолет, наверное, тоже имеет. Да успокойтесь вы. Мы его к вам не подпустим. Вообще-то он уже здесь. Вот здесь. Да, может быть, кого-нибудь из парней за добавкой изгоняем, а то, боюсь, на всех не хватит. Смотрю, вижу и не могу. Да забудьте вы про нее. О таких, как вы, все женщины мечтают, а эта, она вас не стоит. Да вообще никто из баб не стоит никого из нас парней. Вот, простите, за присутствующих здесь дам.
Ну что с девушкой? Нигде не объявилась? Нет. Значит так. Ковальскому звонили 7 девушек. Некоторые по 3 раза. Я всю ночь с оператором общался. Слушал их 3 записи. Жень, не могу я больше контролировать его половую жизнь. Я от этого болею. Да? Думаешь, лучше дежурки вокзальной обзванивать? Здрасте, я из следствия. Не забудьте глянуть в нашу ориентировочку. Давайте думать, что мы упустили. В аэропортах фотки есть. В банке данные разослали. Коллег в поликлинике предупредили. Есть идея. Правда, правда, есть идея. А давайте мы для кинотеатров ролики забацаем, а? Это я к тому, что вы очень бурную деятельность развили. Не понимаю, почему. Вам что, Ковальского мало? Скажи, зачем ей вокзалы, банки, когда есть мужик, с которым она спала? Совершенно бескорыстно. А? Это опять оператор прослушки. А дай мне, а? Давай, тебе же лучше. Давай. Алло? Да, да, давайте, пускайте. Да. Это Кузина. Ха, вот это любовь, а? Назначает свидание Ковальскому. В кафе на Лесной. Она его лапочкой зовет. Учись, Огарёв. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, хотя бы ну, салат с тунцом-то я могу заказать. Ты все равно не успеешь его съесть. Ты 15 минут назад говорил то же самое. Вообще у женщин странные отношения со временем. Да? А Сафронина твоя тоже женщина. Она вообще может на час опоздать. О, все понятно. Чтобы не сдохнуть с голода в нашей стране, нужно быть жуликом. Она не должна опаздывать. Что-то здесь не так. Ну, конечно. Да. Да. Где Сафронин? Да кто его знает? Сидим, греемся. Ждем. Ой, красота-то какая-то. Боже ты мой. Да все, ставлю себя на заставку. Ты посмотри только, какая красотища-то, а? Только резко не оборачивайся. Мы с тобой все-таки в засаде. Страхов хорош кривляться. Ты уверен, что только Колупин? Ведешь себя как-то подозрительно. Подозрительно не в стакане у меня, а у тебя за спиной. Сюда посмотри. Теперь медленно, только медленно голову поверну. Вот что делает этот господин в это время, в этом месте? Что? Думаю, что ест. У него офис через дорогу. Он здесь случайно. Случайно? Mm-hmm. А в поликлинике МВД за спиной Сафронины, когда она с Ковальским говорила, он тоже оказался случайно? И здесь, когда она с минуты на минуту должна прийти, случайно. Знаешь что? Если бы такую книжку написал, я бы ни одного экземпляра не продал. Ну и какие объяснения подняли по твоей продаже? Женщина с ножевым. Записывайте адрес. А где Страхов?
ничего, мужик, я ж просто хотел 500 рублей поменять. Но вижу, у тебя только крупные. Ну-ка, поднимайся! Поднимайся, руки на капот! Давай! Вы знаете эту девушку? Ну да, это медсестра из поликлиники МВД, она мне уколы делала. Катя, кажется, или Маша, не помню. А что? Хотелось бы узнать, что вы делали в кафе, где ее убили? Водичку пил. Да, я в курсе. 5 стаканов колы и 1 лимонада. В туалет, наверное, бегать замучились. Да нет, знаете, потел больше. Жарко там было. А чемодан с долларами вам зачем? За водичку заплатить? А девушку что, чемоданом убили? В этом кафе народу куча была. Вы всех задержали, всех обыскали. Только тех, кто пытался сбежать. Знаете, не в Швейцарии живем. У нас за мобильник человека зарезать могут, а за мной псих какой-то погнался. Ой, простите. Опоздал. Пробки, знаете. Ваши. Извините, так неловко получилось, к ботинку прилипло, а потом полчаса отдирал. Что? Деньги, говорю, ваши, забирайте. Так, вы ведь работаете начальником службы безопасности фирмы «Бета-фарм», правильно? Ну, допустим. То есть зарплата у вас приличная? Ну, такая, для конверта приличная, но не для чемодана. Так вот вопрос, откуда же у вас такие деньги-то, а? Я обязан отвечать на его вопрос. На его нет, а вот на мои обязаны. Так что продолжим. Я и без ваших ответов знаю, откуда. Казенные денежки, вы их несли, чтобы Сафронину передать за какую-то очень для вашей конторы очень важную информацию, да? Информацию? Вы сами себя слышите, она даже рецептов не выписывает. Он вообще кто такой? Я писатель. На меня сейчас вот вдохновение снисходит. Вижу вас. Идете вы в поликлинику, укол делаете, заходите вы в ординаторскую, а там, боже ты мой, там девка стоит, ноги от ушей. И она говорит, не, мужик, не пойдет. Мне нужны серьезные финансовые вливания. А ты кто такой? У тебя вон пиджачок из 2000-х. Нет? Да, вот так же. Вы сначала хотели обидеться, а потом подумали, не, девка больно понравилась, и даже не столько красивая, сколько вот хватка у нее, да, деловая. И вы решили ей сделать предложение. Но предложение не любовное, конечно, деловое. Я не мог понять никак, почему она столько времени с Серегиным прожила. Ну, не из-за этого же выкупа жалко. А вот из-за чего. Вы же ей гораздо большие деньги предложили, верно? И не просто так предложили, а за секретные разработки, которые вела у вашей компании конкурент. Так? Ну так ведь? Разговоры без адвоката закончены. Выйдем-ка на минутку. Только стреляй сразу в голову, ладно? Не хочу долго мучиться. Сейчас. Только проясню пару художественных деталей твоего романа. Пойдем. Значит, ты считаешь, что Сафронина подстроила свое похищение и убийство, чтобы замести следы? Да. Стащила секретные разработки, которые твой любимчик охранял. Выкуп срубила до кучи и бах. Да почему же она сразу не продала свои секреты? Она пропала неделю назад. Я думаю, она торговалась. Субарков наверняка же минимальную сумму назначил. А она девушка умная, пока Серегиным жила, поднаторела. И кто ж тогда ее убил? Барков ведь тоже, наверное, немало передумал, пока с этой Мэттой Харри торговался. Думал и решил. Зачем мне отдавать такие деньжища? Лучше хапну все секреты и обрублю концы. Тем более девка все равно официально погибшей числится. Да, только я не пойму. Ты на меня сердишься или нет? За что? Ты же его почти расколол. После такого не заснешь. Вы узнаете эту женщину? Да. Это Влада. Влада Кузина. Михаил? Да, это Катя. Катя Сафронина. Я могу идти? Идите.
Я вас провожу. Можно я... Можно мне тут одному с ней попрощаться? Да, конечно. Что знает, а на самом деле совсем не знал. Ну и кого он любил? Маску? Одну из ее масок? Ага, вот видишь, все беды происходят от того, что люди друг друга не знают. Поэтому предлагаю сменить эту атмосферу на романтическую и быстренько друг друга узнать. Зачем? Ну как, ну вот пришьют меня в сортире. Хотя будешь знать, над чьим трупом рыдать. Слушай, Страхов, ты уж определись, наконец, чего ты хочешь. Книжку написать или со мной переспать? Женя! Конечно же, и того, и другого. Нет, как настоящий мужчина, конечно, у меня дело на первом месте. Хотя, что считать делом? Он его забрал. Как забрал? Вот же, труп на месте. Кулон забрал. Это что? Формула. Он начальник серьезной службы безопасности. Может, он платит не сам, имеется в виду, чего удивительного? Пистолет, наверное, тоже нет. Успокойтесь, мы его к вам не подпустим. Да, может быть, кого-нибудь из парней за добавкой изгоняем, а то, боюсь, на всех не хватит. Боречка, рыбка моя. Слышь, давай встретимся в Мармеладнице на Лесной. Там напротив офисное здание. А поближе мы встретиться не можем? Но мне там удобнее. Слушай, это долго объясняет. Давай через час. И загранпаспорт захвати, пожалуйста. У меня для тебя сюрприз. Окей, через час. Ну все, пока-пока, давай целую. На твою зарплату? У меня хорошая зарплата. А, да. Только я не хочу жить на зарплату. Я хочу быть свободной и богатой. Очень-очень богатой. Катя, послушай меня. Сделай так, как я тебя прошу. Да пошел ты, урод! Ну, ты прямо отдал. Ну, и что? Ты меня теперь зарежешь из-за какой-то формулы? Нет. Нет, не зарежу. Катя, ну подумай сама, что ты делаешь? Катя, что ты заладил? Катя, какая я тебе вообще Катя? Ты меня вообще не знаешь. С тобой спать было противно, тебя...
и хотел напугать. Вернуть хотел. Но так получилось. Вы меня понимаете? Нет. Выбирай место, я угощаю. Ты мне ничего не должен. Конечно, я не должен. Ты должна. Ты же мне желание проиграл. Ничего я тебе не проиграла. Проиграла. Помнишь, как я сказал, Сафронина убили из-за любви, а? Когда ты это говорила, она была еще жива. Так что извини, ты ошибся. Не, я не ошибся, просто у меня пророческий дар. Был бы у тебя пророческий дар, ты бы меня никуда не приглашал. Потому что между нами никогда ничего не будет. А, это у тебя пророческий дар. Нет, здравый смысл. Да. Здесь, завтра, будет мой труп. Вот на этом ковре будут лежать мои мозги. Павел Сергеевич, да успокойтесь вы. Мы разослали ориентировки. Вас вы ищут и найдут. А если не найдете? Вы не знаете Басова. Это страшный человек. Я стоял вот здесь. И вдруг пуля мимо уха, раз, еще каких-то пару сантиметров, и меня бы не было. Mm-hmm. Понимаете? Я не хочу умирать. Да ладно. Ну, два раза в одну воронку не падает. Девушка, я умоляю вас, не уходите. Я не переживу эту ночь. Я могу позвонить вашему начальству. Сергей Михайлович, я давно знаю. Павел Сергеевич, да поймите вы. Мы занимаемся убийствами, а не охраной. Дожили. Мы теперь охраной занимаемся. Пусть Кустицкий мне за такие одолжения отгул на пятницу дает. В Киеве ЦСКА играет.
Да. Женечка, спасибо вам большое за помощь. Я вот тут подумал, если Басов спрятался... Не волнуйтесь, у нас все выходы под контролем. Я вижу вас в окно. Смотрите спокойно свой полуфинал. Отвлекитесь. Все, до связи. Спасибо. Ну, мне там скучно. Можно с вами? Не давай писателю спать. Пожалуйста. Не, я вообще думал, что Жариков выйдет. И снова здравствуйте. Ну, помягче. Баса, здесь, будьте в гостиной. Нет, я хотел сказать, что я Дворецкого отпустил. Ну, в смысле, не стреляйте в него. Он мне еще дорог, я к нему привык. О, Федерарс это продул. Федерер выиграл? Какой Федерер, Огарёва? Это Кустицкий. Басова нашли. Какое счастье. Только его мертвого нашли. Ударили тяжелым тупым предметом. Он сопротивлялся. Брызги крови на высоте 1,80 м. Он был на ногах, когда его ударили. Под столешницей засохшая жвачка, клок волос, обертка от презерватива. Из интересного, пачка букмекерских квитанций на все виды спорта. На сумму, как моя годовая зарплата. Ненавижу гостиницы. Миллион постояльцев, и все наследили. А вот мне интересно, какого черта он делал в гостинице, когда у него есть своя квартира. А мне
Мне интересно, что вот человек собирается убить другого человека, а вместо этого убивает его самого. Прям по делам твоим, да воздастся тебе. Не, не парься, чувак. Она сам не оценит. Лучше оставайся с собой. Ей у меня только списывать нравится. А я хочу быть интересным. Ладно. Все равно она на меня даже не смотрит. Не смотрит, говоришь? На меня глянь. Смотри. И учись. Что такое обольщение? Это же... танец. Ну, вот это, например. Сударыня, позвольте пригласить вас. Перестаньте поясничать. Вы знаете, я это ненавижу. Отказала, да? Нет, это только начало. Ты должен сломить сопротивление. Ой, ой. Покажи, кто есть кто. Излучай уверенность. Уже думают о тебе, и ты должен сделать что-нибудь неожиданное. Просто сменить тактику. Ой! Ой, мелочный хандрос, отпустите меня! Меня тоже. Ой! Она боится. Ее мучают сомнения. Но ты показываешь ей, что тебе можно доверять. Стоять! Ей хватит. И вот когда она думает, что уже все, финал, соверши что-нибудь совершенно головокружительное. Чего она не ждет? Закрути ее, закрути! Закрути! Видишь, она уже визжит от восторга. Она твоя. Учись. Три акта. Два поворота, кульминация и финал. Пудрите ребенку мозги. Это вам нужны повороты и кульминации. А женщине нужно совершенно другое. О, о, о. Это есть. Это же картон с кетчупом. Угу. И с майонезом. Меня охранник даже с кофе не хотел сюда пускать. Я не понимаю, то ли мы этикет нарушаем, то ли он просто голодный. Мне плевать. Я двое суток не спала, и я голодная. Может, ему не понравилось, что ты букет под пальто прячешь? Какой букет? Ага, букет. Знаешь, какая история? Ты иду, никого не трогаю. Вдруг как он закричит? Купи меня, подари меня Жене. Ну. Страхов, ты вообще русский язык не понимаешь? Хватит ухаживания, я тебе говорила, между нами ничего не будет. Не будет. Ты за мной, если не хочешь, можешь мне ухаживать. А вот я хочу и буду, и ничего ты мне не сделаешь. Потому что нет такой статьи за ухаживание. Да отойди ты. Ладно. Что случилось? Дай-ка взгляну. Не знаю, дай попить. Да, конечно. Держи. Нормально, все хорошо? Mm-mm. Давай сделаем перерыв. Нельзя тебе руку потом ждать. Надо ракетку поменять. А может быть, вообще закончим сегодня тренировку?
Первый проигрыш за 6 лет. Но она, конечно, как узнала, распсиховалась, настрой потеряла, да еще это падение неудачное во время разминки. Басов, говнюк, добился-таки чего хотел, хоть и овер. Басов хотел, чтобы она проиграла? Так он же тренер. Да какой он что-то тренер? Маша топовая теннисистка, а соперница у нее вообще начинающая. Ставка на Машин проигрыш 1 к 1000. Басов хотел поставить на проигрыш 1000 и получить 1 000 000. Так хорошо, что у нее есть я. Я когда все это понял, я хотел сразу его выпулить по-тихому. Ну, чтобы как-то оградить Машу от скандалов. И он стал вам угрожать. А вы что там, в интернет что-то пишете? Да. Вот это правильно. Вот пусть люди знают, как он пытался меня убить. Павел Сергеевич, это не интервью для интернета. Это свидетельские показания в рамках уголовного дела, расследования убийства. Мы нашли у Басова букмекерские квитанции. Он часто делал ставки? Я вообще не знаю, успевал ли он в туалет бегать между ставками. Он же влез в долги. Спутался с их боссами. Те, значит, его еще развели, значит, на бабло. Ему ж продавать-то стало нечего. Я не знаю, может, они ему ногу собирались отпилить. И, кстати, правильно бы сделали. Выходит, в гостинице он прятался от кредиторов. Угу, но они его нашли. Спасибо, ОБЭП. Дали полную информацию. Они давно за этой фирмой следят, букмекерс Т. Вот ребята, которые для них долги выбивают. Угу. И все как на подбор из Гарварда. Это меня. Это комменты приходят в блог. Видишь, у нас даже рингтоны совпадают. Тебе придется поменять рингтон. А тебе, Жариков, проверить всех этих красавцев. Так, узнай их мобильные номера, свяжись с операторами сотовой связи и запроси биллинг. Вдруг кто-нибудь из них был в отеле? Не парься, Жариков, не надо. Если Женя со мной пойдет на свиданку, я прямо сейчас скажу, кто из них был в отеле. Проверяй, Жариков, проверяй. Всех по списку от и до. Да с удовольствием. Я свою работу люблю. Это у меня. Кустицкий. Скажи мне, Женя, у тебя личная жизнь есть какая-нибудь? Спасибо, Сергей Михайлович, у меня все в порядке. Разрешите идти? Сядь, не мельтеши. Знаю я твое все в порядке. Ну, ты все время одна да одна. А ведь рядом с тобой есть мужчина. И не просто мужчина. Уважаемый, достигший определенного положения. Да, он старше тебя. Опытный. А ты ничего не замечаешь. Ведь он к тебе так относится. Ты что, Жень? Что, с ума сошла? Это же я про Страхова говорю. Я же вижу, как он к тебе относится. Он на тебя глаз положил. И ты с ним как-нибудь поласковее, я не знаю, там в кино с ним сходили. Как там теперь развлекаются-то? Это что, приказ? Вот и Горева почему-то все время одна. Ты же ничего не видишь. И ничего не слышишь, и не хочешь слышать, и не хочешь понимать. Ты посмотри, что он пишет в своих блогах в этих. Охранять богатых, да еще по звонку. Это же наглая ложь. Шаповалов, это мой старый приятель. И потом не самый он богатый, есть побогаче его. Ему действительно угрожала опасность. Он мне позвонил. Что тут такого? Ты знаешь, вот из-за этих его постов в интернете я могу лишить своего поста в комитете. Ведь начальство каждый день читает эту его писанину. Каждый день. А я ему ничего не могу сказать. Ничего не могу сказать. А ты можешь... Повлияй на него. Та-дам-там-пам. Слушай, поскольку мое любое предложение встречается отказом, предлагаю не отвезти тебя домой. В виде исключения соглашусь. Не-не-не, тебе нельзя за руль в таком состоянии, потому что двое суток не спала. Поэтому машину оставляешь здесь, завтра заберешь. Я никуда с тобой не поеду. Я тебе вон трансфер организовал. Господи, как вспомню, это будет с ним поласковее, прям плохо становится. Пусть сам с ним в кино ходит, если ему так надо. Дур ты, Огарёва.
Страхов клевый. С ним надо и в кино, и на спектакль. Я говорю, ты Страхов, главное, не мешай за собой ухаживать. Слушай, ведь это отличная идея. Главное, ему не мешать. Еще пара таких постов про нарушение устава, и Кустицкий сам будет рад от него избавиться. Мне даже делать ничего не придется. О, Роман Андреевич, а я вас жду. У нас информация по биллингу будет только после обеда, так что колитесь. А на свидание мы вам кого-нибудь найдем. Хочешь узнать, кто убийц? Ну? Фух, элементарно. Вот он. 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 А почему ж тогда на записи камер наблюдения с парковки у нас вот этот? И ты молчишь? Ну-ка, показывай. Я не молчу, я говорю. Вот. В самой гостинице камер наблюдения нет. А на парковке одна нашлась. И как раз во вторник в 20:38 от своей машины к гостинице идет Артем Багров. Профессиональный боксер, контора продвигает его в спорте, а он для них выбивает долги. Получается, Багрова записали на парковке в 20:38, а убийство произошло с 8 до 9 вечера. Ну что, все сходится. Надо найти этого Багрова. Вот адрес. Молодец, Жариков, молодец. Так, а с этим что? Это старый детский способ. Вот, пожалуйста. Энни, Бенни, Рики, Паки, Кир, Бульбулька, Раки, Шмаки, Эннис, Беннис, Космоденис, Люкс. Артем Багров, старший следователь Огарева, Следственный комитет. Вам придется проехать с нами. Собирайтесь. Багров, живо на ринг. Эй! Пять минут. Нокаут. И я поеду. Да что такое опять, а? Я в его сумке улику важную нашел, начал фоткать. Это зараза грохнулась. Какую улику, Страхов? Вот. Вот эту вот. Вот. Счет из гостиницы. Где Багров? Толпа сейчас трибуны крушить начнет. Багров! Бежать! Бежать, я сказала! Наручники в заднем кармане, быстро! Страхов! Ищу! Бежать! Слушай, а можно я потом их обратно туда засуну? А то опять как-то быстро все получилось, я даже ничего не успел понять. Страхов! 3 года назад вас уже привлекали за избиение Забалоева Н.Е., задолжавшего букмекерстэ. Басова вы тоже пришли припугнуть? Или на этот раз было задание убить? Послушайте, Артем, вам грозит серьезный срок. От 20 до 25 лет. Вам просто нужно сказать, кто вас послал к Басову. Просто назовите имя, и все. Вот что значит настоящий писатель. Подследственный молчит уже 2 часа и даже не шевелится. А он все что-то пишет. Что там? Не-не-не-не. Пол работы нельзя показывать, плохая пример. В таком случае мы можем предложить сделку со следствием. Тут мы ничего не нарушаем. А адвокат ему не положен?
нас все по закону. Послушайте, формально мне ваши показания вообще не нужны. У меня уже есть все доказательства. Если не верите, можете поговорить со своими адвокатами. Я думаю, ваши друзья из букмекерской найдут вам парочку. Не надо. Я признаюсь. Давайте я все подпишу. Ах, Артемка, а? И признание уже подписал. Даже не посоветовался. С самого детства такое слово из него не вытянешь. Спросишь, как дела, а он все нормально. А что там на самом деле нормально, кто знает. И деньги из ваших должников он наверняка выбивал по собственной инициативе. Вы об этом ничего не знали, да? Вы что, смеетесь? Конечно, он мне помогает иногда, скажем так, на переговорах. Я честный человек, мне скрывать нечего. Но вы сами прекрасно знаете, как в наши времена тяжело вести бизнес. Все эти басовые, шмасовые, они так и норовят деньги взять и кинуть. То есть вы признаете, что Басов был вам должен? Ну, конечно, и довольно много. И вы готовы подтвердить это для протокола? Разумеется. Я что, для племянника в кустах должен отсиживаться? Такое горе в семье. Вот, посмотрите. Здесь все записано. Добрый день. Что, уже пора, да? Да. Слушай, отнеси это ко мне в кабинет. Угу. Давай, я там поем. Я прошу прощения. У меня диета бристольская. Обязательно нужно поесть. Строго по часам жена заставляет. Тут написано, что Басов вернул долг. Да? Да, да, вернул. Ценная тетрадка. Спасибо за потраченное время. Бристольская, очень рекомендую. А ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Я про икру и думаю. Помнишь, Багрова убрали? У него в сумке чек был. Я сфоткал. Глянь, кофе, ладно? Морс, 200 грамм икры красный. Это, по-твоему, похоже на диету богатыря-бугая? Или больше на бристольскую? Мы его на диете-то и прищучим. Этот счет из номера 203. Подождите, а вы уверены, что не из 507-го? Да, номер 203. И зарегистрирован он на... Олега Цаплина? Нет, на Цаплину Светлану. Его жена? Значит, наставляет мужу рога. Понятно, что Багров испугался, когда увидел себя в камере наблюдения. Цаплин бы за это, ой, в куски бы порубил. Вот боксер и предпочел сесть в тюрьму за убийство, которого не совершал. Адюльтер не снимает с Багрова подозрения в убийстве. Да не было никакого секса. Только пришли, выпили, тут мой благоверный позвонил. Ну, пришлось собраться и гнать домой. Все. Кстати, вы обещали, что мой муж ничего не узнает. То есть вы ушли, а Багров остался в гостинице? Нет, мы вместе с ним ушли. Где-то часов, наверное... Да, в 9. Артем выпивший был и не хотел за руль садиться. Я его до дома довезла. А машину он, наверное, потом забрал. Все? Нет, не все. Кто-нибудь может подтвердить, что вы ушли? Девушка, вы что? Вы когда мужу изменяете, вы стараетесь это как-то сообщить всем? Слушайте, я не знаю, что вы делаете, когда изменяете своему мужу. Кому вы там врете и как? Так что, если у вас нет алиби... Вспомнила. Я на выходе с какой-то девкой столкнулась. У нее еще сумка в грязь упала. Такая спортивная, яркая сумка. Я запомнила. А как девка выглядела-то, ну, припомните? Сумка эта? Да. Она, точно она. Точно? А девушка? Да, да, она. Папа сказал, что вы нашли убийцу. Якобы какой-то боксер долг выбивал. Но кто убийца, решит суд. А расследование еще не закончено, в связи с чем у меня к вам вопрос. Что вы делали в четверг 21 числа с 8 до 9 вечера? Да-да, хорошо. Мне надо расписание посмотреть, я так не вспомню. Давайте я напомню. Отель «Палаццо», номер 507. Папа,
Дай мне телефон Раевского. А, Машенька, 3 минуты. Комментарии в прямом эфире на радио. Да, я готов. А? Телевизор? Да, сейчас. 1 минуту. Я буду говорить только с адвокатом. Позиция тренера остается открытой. Но могу сказать, что мы уже рассматриваем несколько кандидатур. Явно ведь была в отеле. Была. Суду нужны показания. А показания она будет давать вместе со своими адвокатами, которые все сделают так, что ее оправдают. Так что у нас есть только влюбленный боксер и куча непоняток. Басов ей сам сказал, и где отель, и какой номер, потому что он не прятался в отеле, он ее ждал. Знаешь почему? Они любовники. Ну, глянь на это переплетение рук. Ну, подумаешь, люди взяли за руки, ну и что? Ну, хорошо, ладно, дальше, смотри. Какие губки, да? Смотри, какая помада на губках. Теперь переводим взгляд левее, и утыкаемся в губы тренера. И, о, ужас, посмотри, у него на губах та же помада. Тренер, ты ее целовал. Как ты мог? Как ты посмел? Видишь, как? Тренера, негодяя, легко уволить. А вот когда предают любимый мужчина... Я думаю, вам пора. Глазовый пишет, что пятно на стене в гостинице кровь. Причем свежая. И не Басова. Чья же еще, если не убийца? Ты заметил, что у нее повязка на руке появилась прямо во время матча? Да. Всего доброго. Да, до свидания. Вот, вопрос у меня к вам есть. Вы ведь давно уж работаете, верно ведь? 16 лет. Да не может быть, 16 лет. То есть вы Машеньку прямо вот с детства знаете. Она все время такая вот нервная была, да? Извините, я своих не обсуждаю. Да, это вы нас, извините, вы нас задержали. Так что, ради бога, простите. Все хорошо. Да, мы уходим. Тебе что, правда не нравится? Долго результатов ждать? Слушай, если ты никаких видов на него не имеешь, может, я им займусь? Расслабься, Галь. Считай, что его уже здесь нет. Сейчас Куст прочитает, что он там понаписал, и все. Хождение писателя в народ закончены. Ты от ответа не уходи. Какая разница, что он там пишет? Да он про наши делишки неуставные пишет. А Кусту за это от начальства попадает. Так что... Подожди. Ты хочешь сказать, что он сейчас напишет про то, что я ворованный вещдок на экспертизу взяла? Ты, между прочим, мне его принесла. А вот об этом я не подумала. Скажи, чтобы он не писал об этом, а? Не хочу. Да и поздно уже. Куст все прочитал. Читай. Как он на тебя жалуется-то? Жалуется, что ты ему буквально не даешь шагу шагнуть. Без разрешения, без протокола и без ордера. И все? Нет, не все. Дальше читай. Видишь, критикует он тебя. Вроде как ты уже очень правильная, понимаешь? Очень правильная. Ну вот, я говорил, что не можешь. Можешь, когда захочешь.
лови. Это тебе от Кустицкого. Ему очень понравился твой пост. А если серьезно, спасибо, что прикрыл. Слушай, а ты случайно танго не танцуешь? Угу, с пистолетом. Новость номер раз. Перед вами офигенный судмедэксперт. Я провела анализ в короткие сроки. И новость номер два. На стене в этой гостинице кровь вашей Шаповаловой. Так, Жариков, срочно оформляй ордер, будем брать Шаповалову. Пирогов, нужно разрешение на взятие крови и экспертизу. Давай. Слушай, а что такое вот в крови диазепам, аэросил, магний, что такое? Это седуксен, нейролептик. Сильно успокоительное. Ты идешь? Ага. Старший следователь Игорёва. Где мы можем найти Марию Шаповалову? На массаже после тренировки. На втором этаже. А, Валентина Николаевна, верно? Видите, я запомнил. Скажите, пожалуйста, а зачем вы Маше седуксен даете? Седуксен? Зачем? Это же нейролептика. У нее турнир. Вот, тогда объясните мне, если вы не даете, а в крови у нее седуксен обнаружили, значит, сама принимает. А зачем его принимать, если он на спорт-то никак не влияет? Загадка. Может, объясните? Пойдемте со мной. Она орет на меня, как будто ей девчонка какая-то. Вещи швыряет. Я психушку сдала. Машенька, здравствуйте. Как же хорошо, что вы здесь. А мы как раз вот шли и говорили о том, зачем вам принимать психотропные препараты, когда у вас турнир-то, правда? Ты что, реально меня решила в психушку упечь? Ты чего плетешь? Я ничего не принимаю. А ты уволена. Пошла вон отсюда. Машенька, не надо принимать скоропалительных решений. Не надо. Хорошо, вы не пьете препараты. Охотно верю. Может, вам подсыпал кто-нибудь, а? Ну, тот же Басов. Он же все время рядом был, он же тренер. Мог? Машенька, ну, надо будет поговорить. Это же не для протокола. Дружеская беседа. Вот, скажем, вы же не станете отрицать, что в отеле-то были, правда? Вас же видели. Чего прицепились ко мне, как пиявка? Что вам все интересно? Ну да. Он позвал, пригласил меня заехать. Но я заехала. И не застала его. Все. Вот хорошо. А что вам еще такого сказать, чтобы вы отвязались от меня уже наконец? Как я поужинала? Или как я досмотрела этот гребаный Уимблдон и поехала к мать его Басову? Я что, не имею права к своему тренеру заехать? И любовнику. Стоять! Жариков. Руку. Ну что, живой? Более-менее. Я все думаю про седуксен в крови. Да, великая спортсменка. С одной подачи сразу вину свою доказала и показала, как именно она убивала Басова. Ой, не хочу портить этот замечательный момент, но она доказала, как она не убивала Басова. Страхов-то чего? Она 100% убийца, это очевидно. Я еще Ты думаю... Ты посмотри на отметину-то. От ракетки, ну глянь, где удар пришелся, видишь? А теперь вспомни, где было пятно на стене. Ну, минимум на полметра выше. То есть, чтобы она могла убить его ракеткой, да еще и сверху, это ей летать надо научиться, что ли? Подожди, а кровь? Так я про кровь и хотела сказать. Басов попросил меня взять у нее анализ, а пробирку забрал, сказал, сделаю в другой лаборатории. Ну вот, вот, значит, у Басова была кровь Маши. Эта кровь оказалась на месте преступления, на стене. А пробирка, ну, разбилась, осколки со стаканом смешались. Все. Но зачем Басову держать у себя пробирку с кровью Маши? Маша ни о чем не подозревает. Он ей подсыпает седуксен. Ну, чтобы она вялая стала, начала проигрывать, он свой миллион поставки получил. Так? Он сыпет, сыпет, сыпет. А она все не становится вялой, не становится, наоборот, звереет и продолжает выигрывать. Вот он и решил, что ж такое-то, седуксен на нее не действует, что ли? И решил проверить, взять у нее кровь на анализ.
Кстати, у некоторых пациентов вот такая парадоксальная реакция на нейролептики. Они, наоборот, становятся раздражительными и сон теряют. А! В таких делах главное время. У нас есть, ну, условно, неделя. А дальше все. Свидетели все забывают, улик не найти, убийца заметает следы. Знаешь, когда у меня сюжет не вяжется, я обычно отматываю все прям, ну вот, к началу. И вперед. Басов стреляет в окно Шаповалова. Мы охраняем Шаповалова всю ночь. В это время Басов снимает номер в гостинице и ждет там Машу. В это же время Багров идет на свидание к Цаплиной. И в это время убийца приходит к Басову. Драка, разбивается колба с кровью. И удар по голове. Маша приходит, но Басов уже мертв, и дверь никто не открывает. Нет, мы что-то упустили. Есть идея. Идем, покажу. Это наш с тобой пропущенный ужин. Хочешь, я брошу блог писать? Ну, правда, не хочу, чтобы у тебя проблемы были, понимаешь? Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Видала? Хот-доги с майонезом, как ты любишь. Ты думаешь, ты знаешь, что я люблю? Ты думаешь, ты хоть что-то про меня знаешь? Да ты просто втемяшил себе в голову, что тебе нужно со мной переспать. Вот только я ничего такого себе не втемяшила. А хот-доги я не люблю. Просто ем, что быстрее и по дороге. Привет. Ух ты, а ты у меня сегодня? Да. Ой, прости, ради бога, прости. Ведь наверняка обещал тебя куда-нибудь отвезти, да? И, ну, прости, видишь, замотался. Да нет, не обещал. Я сегодня внепланово. Мама корпоратив. И, кстати, ты был прав насчет танца. Она мне сегодня предложила за одной партой посидеть. А у тебя как, все хорошо? Да. Выглядело как будто бы хорошо. А оказалось наоборот. Как-то не очень понятно. Это потому, Федя, что ты знаешь своего папу только с хорошей стороны. А грамотная женщина, следователь, сразу разглядела в твоем отце, что... Как вы себя называли? Ища дяда? Тихо, тихо, тихо. Как она говорила-то там? А поужинала, досмотрела этот гребаный Уимблдон, туалет, и потом она в гостиницу к Басову. Ага. Федя. Федя, быстро глянь. 21 число. Когда Федерер матч закончил? Быстро. В 20:15. Когда? В 20:15. Спасибо. Спасибо. Рад, что вы больше не подозреваете Машу. Ну-с, за вашу проницательность. И чтоб все это дерьмо осталось позади. Чистый виски. Коктейли не люблю. Ой, я тоже. А знаете, есть люди? Не поверите, в напитки седуксен подмешивают. Надо же, а? А ведь у меня тоже есть тост. Давайте-ка за ваш миллион. Ну, или сколько вы там заработали на Машином проигрыше-то? Чужие деньги считать неприлично. Да вы что?
Слушайте, ну травить родную дочь для того, чтобы заработать на ее проигрыше, ведь это тоже не очень хороший поступок. Ну, а убийство тренера? Ушам своим не верю. Вы же всю ночь у меня под окном дежурили. И прекрасно видели, что я никуда не выходил. Что же за смартфон это, а? Вообще ничего найти нельзя. Сейчас. А, есть. Есть. Гениально. Не, на самом деле, гениальная идея. Это ж надо, а? Сымитировать покушение на себя. Вызвать полицию, заставить их всю ночь дежурить. Так, слушайте, это же гениальное алиби. Ну, вот я стал бы придумывать, и я бы лучше не придумал, правда. Опа. Смотрите-ка, и пистолет нашелся. 32-го калибра. Я когда буду описывать эти события, я начну, наверное, так. Стояла глухая ночь. Тесный плащ дворецкого резал подмышки, но Шаповалов не замечал этого. Ему важно было одно – выбраться из дома незамеченным. Я хотел сказать, что я дворецкого отпустил. Ну, в смысле, не стреляйте в него. Он мне еще дорог, я к нему привык. О! Федорар след продул. Первая часть плана удалась ему блестяще. Теперь оставалось только убрать человека, который грозил ему разоблачением. Тук, 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 стучало сердце Шаповалова. Тук, 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 стучался он в гостиничный номер. Давай пробирку. Что? Я знаю, что ты брал ее кровь. Совсем рехнулся? Убить меня хочешь за то, что я заботился о здоровье твоей дочери? Я сам о ней позабочусь. Где пробирка? И что это тебе даст? Можно взять другой анализ. Ты уже вляпался, а теперь вляпываешься еще больше. Другого не будет. Некому будет брать. Давай, убей меня, придурок. А менты найдут тут ее кровь и поймут, что ты собственную дочь ловил седативами. Чтобы она проигрывала матчи, чтобы ты на ней делал ставки, ублюдок. Первый сет был выигран им блестяще. Впрочем, он всегда выигрывал. Да? А что, роскошная история. Осталось только развязку придумать. Он говорит, что вы травили Машу. Или я что-то не понял? Зариков, я должник твой, слышишь? Руки убери. Парни, быстрее давайте. Жень, я хотел сказать спасибо, что, ну, успели, что спасли. Спасибо. И тебе большое спасибо.
За то, что пошел безоружным к убийце. За то, что заставил Жарикова жизнью рисковать. За то, что меня подставил. Жень, спасибо. Я хотел... Ты хотел эффектной концовки. Ты ее получил. Что происходит, а? И не рано ли обед? Если она по-русски не понимает, то не заметит, что режиссер пропал. Но вы второй режиссер. Зачем вы здесь? У вас три смены за городом. Могли бы соврать, что заболел, аллергия. За три дня, наверное, я придумал бы что-нибудь. Она у него через день дома ночует. И обо всем знает. Приятного аппетита. Спасибо. Здравствуйте. Дружники. Ну и какой идиот это придумал? Объявить обед в начале смены. Гриша. О, май гад. Гриша. Парень. Бланш. Здесь я тебя дед. О, май дед. Хусей. Черт. Кто ей сказал, что я умер? Мы только перевели заголовок. Thank you.
пытаясь осуществить арест. Спровоцировал преступника оказать вооруженное сопротивление. В результате чего огнестрельное ранение получил сотрудник СК. Ты что, посадить его хочешь? Я хочу, чтобы его убрали отсюда к чертям собачьим. Домой или в другой отдел, мне все равно. Тут вообще-то состав. Превышение полномочий. Да нет у него никаких полномочий. Шляется сюда, как в кино. Боевичок посмотреть, девчонок потискать. А ты, значит, обиделась, что не тебя? Ты, в отличие от него, под присягой. Понял. Значит, что? Огнестрельное ранение получил... Сотрудник СК. Сотрудник СК. А что это вы делаете здесь в пятницу вечером? Живу. Вот ужинать собрался. Что это у вас? Уволить меня хотите? Так и скажите. Для этого не обязательно моим супом давиться. Что вы, Анна Андреевна? Даже без вас-то. Нет, я решил измениться, прислушаться к справедливой критике в свой адрес и поменять свою жизнь. Измениться? Угу. Вы в курсе, что вам 46? Да. Ну ничего, он Ахматова почти в том же возрасте английский выучил. Из-за меня человека ранили. В буквальном смысле. Я что-то больше не хочу никого ранить, даже в фигуральном. Так вы что, и второй будете? Угу. Но кофе я варю сам. Самовольно пытаясь осуществить арест, спровоцировал преступника. Это неправильно оформлено. Скажите, как правильно? Садись, пиши, прошу уволить меня по собственному желанию. В смысле? В смысле, если я могу уволить. Не хочешь по собственному желанию, хочешь по статье за проявленную халатность, т.д. и т.п. Подождите, а при чем тут я? Да ты при всем, понимаешь, ты при всем. Ты начальник отдела. Какого черта у тебя гражданский, необученный, невооруженный поперся к вооруженному бандиту? Вот про это, если хочешь, ты можешь написать мне докладную. Все, хватит, говорю, хватит мне портить покой и сон. Знаешь, я из-за тебя уже по ночам вертеться стал. Нечего делать, отправляйся на киносъемку. Да, начальство просил, не поднимая волны, разобраться с этим фальшивым некрологом на кинорежиссера Воскресенского. Ты с ним знакома? Нет. Ой, темнота, господи ты, боже мой. Ну хорошо, ты знакома с писателем Страховым. Если ты его попросишь, я думаю, что он тебя с удовольствием познакомит. А это чертова газета. По закону, видите ли, они имеют право не выдавать своих информаторов. Даже тех, кто врет. Хорош закон. Не рассказывайте мне это, ладно? Вот сейчас следователь придет, ей все и расскажете. Вот откуда в людях столько ненависти? Честно, я бы за такое расстреливала. Хорошо, я находилась рядом с Волокордином. А если бы меня не было, я вам говорю, они его убить хотят. Так уж и убить. Вы почитайте письма, которые ему шлют. Вот, почитайте, почитайте, и спать не сможете. А вот и старший следователь Огарева. Это Гаина, я второй режиссер с картины. Здравствуйте. Здравствуйте. А где сам режиссер Воскресенский? Режиссер приехать не смог, у него деловая встреча. Где? В ресторане на Яузе. Вы же покажете вашей помощнице? Гриша, Гриша, что ж ты так изменился? Слушай, ну я ведь правда с ним знаком чуть-чуть. Давай я тебя представлю. Молча.
в стороне. Опа! А я думал, я обознался. Привет, красотка. Для кого красотка, для кого старший следователь Огарёва? Огарёва? Чё, правда, меня не помнишь, что ли? Коля, Саркози, с параллельного, ну? Слушай, точно был такой. Подожди, ты же вроде в ФСО служил. Ну, так я служу. Слушай, Коль, я бы с удовольствием с тобой поболтала, но мне нужно поговорить с режиссером Воскресенским. Не получится. На сегодня моя работа — никого не подпускать к режиссеру Воскресенскому. Стоп. Ты хочешь сказать, что Воскресенского охраняет ФСО? Глухо, прости. Ну? Я когда первый приз на фестивале получил, мне такую овацию устроили. Минут 5 со сцены не отпускали. Потом приезжаю на студию, захожу к себе в кабинет. А на столе стоит гроб. Из реквизита. На крышке написано «Бис». Так значит, вам давно угрожали? Это не угрозы, Женечка. Это анекдот такой актерский. Артист на собственных похоронах 5 раз на бис из земли выкапывался. Ну да, анекдот. Я уж не знаю, как там у вас. Но у нас в кино все лузеры очень пошутить любят. Если на каждую шутку реагировать, некогда будет кино снимать. Ну хорошо. Если гроб и некролог шуточные, то зачем вам настоящие федералы, проник? Pardon me. А, Женечка хочет спросить, нахрена тебе ФСОшная охрана? А, ну дело в том, что кроме завистников, смею признаться, у меня есть и поклонники. О, да. И вот Роман не даст соврать. Вот это настоящие буйные. Как там говорится, Господи, избавь нас от друзей, а уж от врагов мы уж как-нибудь сами. Снимитесь у меня в эпизоде. У вас редкая природа. Давай, давай. Ну что, Огарёва? 10 лет все-таки не виделись. Может, давай как-нибудь накатим свободное от службы время? Да нет у меня свободного времени, Коль. Ой, Огарёва, ну уж насколько я занятой, а? Особенно сейчас. Для тебя всегда время найду, да? Слушай, а вы Воскресенского с 11-го охраняете? Так точно. Ты мне обязательно позвони завтра, ладно? Огарёва, я позвоню. Я позвоню! Письма от поклонников у тебя? У меня, но ты же не хотела в них копаться. А теперь хочу. ФСО охраняет Воскресенского с 11 числа. Именно в этот день вышел некролог. А, то есть ты все-таки думаешь, что ему угрожают? Я думаю, что он так думает. И не хочет, чтобы об этом знали. Ладно, разберусь. Давай бумаги. Держи. Да? А вот так, не хочешь? А вот так. Нормально, да? А, перхотик. Хорошо, смотри, раз, прошел. Сюрприз! Ага. О, Женька, привет. Ну, давай же. Зацени. Я, кстати, выигрываю. Ага. Заценила. Это страх тебя так балует? Ага. Приставку припёр, а сам продувает. А я? Ну, конечно. Я ему поддаюсь, потому что хочу поднять дух раненого бойца. Ну, ладно, раз вам тут так весело, я пошла. Я подниму, подниму. Эй, садись. Эй! Не попадаешь. На, 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 на. А, не нравится, да? Вот так. Давай. Страх, ты что там делаешь, а? Я ничего не делаю. На, на, на. Так. Страх, я тебе сказала, я сама разберусь. Да разбирайся, кто тебе не дает. Я просто рассортировал эти письма по почерку. По какому почерку? Там все на компьютере распечатано. По литературному, Женечка. Так. А ну, стой. Не, не. Пойдем. Вот глянь, это явно пенсионер писал.
Делать нечего, времени вон, слов не жалеет. Таких безнравственных негодяев, которые своим так называемым творчеством уродуют подрастающих, ну и так далее. Но угроз-то нет. Вот это явно молодой, злой, бедный. Завидует 5 мерседесам Воскресенского. Чтоб ты сдох, тупой мажор, дальше по списку. Но опять, крика много, ни одной угрозы. А вот самый опасный чудак. Во-первых, явно знаком с Воскресенским и, скорее всего, давно знаком. Здесь вообще что ни слово, то угроза. Тихая, но угроза. Смотри. Ты украл мою жизнь. Пора возвращать, Гриша. Времени осталось немного. Все письма распечатаны, так? А это явно у кого-то в кармане побывало. Слушай, а если оно не по электронке пришло? Пора уснуть вечным сном, Гриша, пока это успеешь. Что там было сказано в некрологе у Воскресенского? Что он умер от передозировки снотворного? Угу. Позвоню-ка я Гайне. Говорила. Гайна мне сказала, что письмо подбросили. На наше счастье, в этот день Воскресенский приболел и устроил домашнее совещание. И кроме самой Гайне, которая мне об этом сообщила, были еще 3 человека. Актер, оператор и сценарист. То есть сегодня мне стоять и молчать на 3 допросах? Сегодня я добрая. Можешь посидеть и поговорить. Тоже мне новость. Все отлично знают, что Воскресенский поганый режиссер. Клипмейкером хорошим был. А потом на славу в кино пробило. Фестивали, интервью. Каждый следующий фильм гаже предыдущего. Но зато наград полон шкаф. Но мне-то что? Моя задача красивых кадров наснимать. А вот Тему жалко. Думаю, допился до чертиков. А кто такой Тема? Госкино нам бюджет накатило. Так что давай-ка, Тема, вставим сцену со взрывом на военной базе. Игорь, ну... Я вообще-то романтический сценарий писал. Ему-то лишь бы взрывать. Потом вообще американку на роль русской барышни взял. И начхать, что она печки от саней при свете дня не отличит. Ну, американка! Слушай, а если бы ты писал про Воскресенского сценарий, вот у тебя кто бы ему эти письма-то подкидывал, а? А я больше не сценарист. Сочиняю только под диктовку. Пожалуйста, что написать? Все напишу. Я отпахал 6 смен. Спрашиваю, где деньги? А мне говорят, все ушли к Бланш, Кейтлет. А ты, Захаров, ты подожди. Вот видите, какое отношение? Да я сам уйду, если захочу. Ясно? У меня же нет эксклюзивного договора, как вон у оператора. Вот тот попал. Он теперь до 3000 года ни с кем, ну, кроме Воскресенского, не может никакую халтурку брать. Ну и развод только через суд. Прошу разрешения на досмотр персональных компьютеров 3 членов съемочной группы. Так, оператора Кокушкина, актера Захарова, сценариста... Гениально. Гениально. Вот у кого найдем угрозы, тот и покушение готовил. Во! Ну что я, по-твоему, делаю не так? Давай говори, не бойся, не убью. Воскресенского ненавидит вся группа. Ну, за исключением американки, потому что он с ней спит. Вот как ты докажешь, что все эти слова — это не пустые угрозы? А может, в самом деле пустые угрозы? Воскресенский так не считает. Иначе он не потянул бы ФСО. Друзья мои, пишите. Я нашла на письме частички селитры. Слава богу. Ну а что? Селитры — это все-таки взрывоопасное вещество. Это ж не слова. Так, Пирогов, бросай письмо. Мне срочно нужен телефон этого киношного пиротехника. О. Я хочу знать, кто из этих 3 брал чертову селитру. Вы точно ничего не путаете? Мы с ним час назад по телефону договорились, что подъедем. Договоряйте, вы, дочка. С утра он как ушел, так и не возвращался.
А может быть, он и забыл про тебя? Он же у меня парень нервный, контуженный, с этими шашками да бомбами. Ой, зачем только работу такую он нашел? Черт, телефон недоступен. Женя, идем. Че, покажу? Та-дам! А? Пиротехник-то наш. Ух ты! Лет 15 Воскресенскому клипы снимал. Помнишь, у него в клипах все дымы, дымы. Дымы, дымы. Это его заслуга. Но если этот Петенька и есть наш маньяк, то мы его вряд ли дождемся. Че сразу маньяк? Простой работящий парень. Видишь, одним все. Призы, награды, фестиваль, поклонница, а ему чего? Чай на кухне с бабкой пить, а? Ты лучше мне скажи, почему его на совещании не было? ГНЭ тоже недоступно. Был. Был он на совещании. Был. Видишь запись? Ха-ха-ха, я же говорю, простой, незаметный. ГНЭ наверняка с ним. Все совещание лицом к лицу просидело. А не заметил. Слушай. Алло. Алло, позовите мне кого-нибудь из группы Воскресенского. Сегодня же 31-й. Да, сегодня 31-й, и что? Так съемки у них. За городом. Снимаю взрывы. Алло, чё молчите? Где они взрывают? В воинской части, под Монино. Они взрыв снимают. И Воскресенский, и пиротехник там. Тихий, незаметный чувак, отлично мастерящий бомбы. Знаешь что, звони своему ФСОшнику. Да они на военной базе снимают, у них мобильная связь не работает. Не могу ни до кого дозвониться. Тогда давай на моей, потому что быстрее будет. Страхов я вижу, ты пытаешься себя вести нормально. Я правда это ценю, но только, пожалуйста, побудь сейчас в городе. У меня и без тебя проблем хватает. Пойдем, сейчас бункер взрывать будут. Ага, вот и наши. Что происходит? Тихо. Я тебе говорил, лучший пиротехник всех времен и народов. Во! Вот, прошу любить и жаловать. Это вот Женя Огарёва, журналист от Бога. Сейчас будет у вас интервью брать, а потом пойдете себе взрывать. Здрасте. Здрасте. Или не пойдете. Оформи его и вези в контору. Мне нужен полный отчет по взрывчатке. Понял. Пошел. Ну что, Страхов, научился зум крутить? А то у нас как раз фотограф в декрет уходит. Спасибо, Радость, я позвоню, да? Прости, ради бога, но не хотел я раньше тебя приезжать, ну правда. Ну и ехал медленно, но зеленый все время, понимаешь? Зеленый, не могу же я стоять на зеленый свет. Ну не выгонишь же ты меня, ну. За что? За то, что ты спас Воскресенского? О, хорошо, что это заметила. Да, я заметила, что ты ничуть не изменился. Делаешь все, что хочешь. Не хотел, правда. Ну, поверь, ну не хотел я, ну... Ты мне обещал сюда не приезжать. Ну, вообще-то, я не успел тебе пообещать. Стесняюсь спросить, почему не работаем? Все по местам. Почему не взрываем? Да что с тобой разговаривать? Не, я не могу больше. Ну, меня не слушай, ты ей скажи. Че, трудно дойти до ресторана, что ли? Ну, я дохну уже без свежего кофе. Ну, я не могу эту бурду из автомата пить. Не хочу, не буду. Пирогов, принеси кофе из автомата для всех. А-а-а.
Саперы пишут, что была ли угроза жизни, зависит от положения жертвы в момент детонации. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Короче, если Воскресенский жив, покушение на него недоказуемо. В таком случае жалко, что он жив. Вообще все, что мы можем предъявить этому пиротехнику, это попытка доведения до самоубийства. И я думаю, что он прекрасно об этом знает. Вот только я тогда не понимаю, чего он уперся-то? Письма с угрозами он признает, а некролог нет. Какая ему разница? Все равно одна и та же статья. Вы не поверите. Что такое? Автомат сломался, слава тебе, Господи, а? Воскресенский покончил с собой. Дежавю, как говорят французы. Или дубль два, как говорят киношники. Надо же. Вот тебе доказательства. Только что-то слишком явное. Да и подозреваемого у нас теперь нет. Сами ему все вначале бы обеспечивали. Тут без 100 грамм не разобраться. Кофе, кофе, но хорошего. Ну откуда же я знаю, кто Каретникову этот некролог слил? Он мой ведущий автор. За 7 лет ни одного прокола. Если он сказал, что Воскресенский умер, значит, Воскресенский умер. Кто знал, что он не умер еще тогда? А могу я поговорить с ведущим автором? Нет, не можете, потому что сейчас с ним никто не может поговорить. Он в Антарктиде, то есть вне зоны действия сети. А, ну отлично. Вернется, пойдет по статье за соучастие в преступлении. Пойдем? Послушайте, ну я же вам говорю, он мой ведущий автор. Знал бы сам его, послал на Луну, а не то, что в Антарктиду. А откуда он Воскресенского-то знал? Ну как? Он писал про его развод. Про развод? Как интересно. Так красавица Марина не будет сильно тосковать. Хочешь поговорить про красавицу? Очень. Ну правда же интересно, а как они поделили-то и виллу в Греции, и яхту новую? У вас случайно газетки-то с материальчиком не завалялось? Ну, а как же? Два паука в одной банке. Просто одного лапы оказались подлиннее. Даже дом с ней не хотел разделить. То есть что? Где же Бланш Кейтлин будет обувь свою держать? Не. Ты тоже так с женой разводился? О, хуже. Что, каждую копейку пилили? Пилили. Пилили. Только не копейки, а Федю пилили. В результате он ей достался. А это еще кто такой? Федь, сын мой. Ну что? Значит, у нас есть красотка Марина, которой не светило ничего, а досталось все. Мати. Угу. У меня такое первый раз. Честно. Ой, да ладно. С таким же успехом он мог бы и на машине разбиться, с моста скинуться или там шею на съемках сломать. Не виноват ты, не виноват. Коля, расскажи, пожалуйста, про тот вечер. Да, конечно. К нему приезжала Марина. Зашла в 18:20, ушла в 23:05. Потом уже утром мы с горничной сюда. Подожди, а что тут делала Марина? Не знаю. Мы ведь в отдельном здании живем. Ну, вещи ее на всякий случай проверили. Они все-таки уже год не вместе. Отношения, сама понимаешь, какие. У нее были там продукты. Я думаю, что она ужин готовила. Так, Коля, мне нужен список продуктов. Нет, лучше весь отчет по дежурству. Да. И еще тебе нужен телефонный разговор. В общем, она звонила отсюда подруге. Я записал. Хочешь послушать? Конечно, хочу. Немедленно. Ну, а потом мы вместе поужинаем. Ну, ладно. Алло, Маш? Я на 5 секунд, по-быстрому. Ну, короче, деньги будут. Да ладно,
Неужели сжалился скупердей? Ну да, я кое-что провернула, расскажу при встрече. Все, пока. Ну и что ж такое вы провернули, Марина Олеговна, чтобы получить деньги своего скупердяя мужа? Моя клиентка отказывается комментировать эту сомнительную запись. Ладно. Может, тогда ваша клиентка прокомментирует продуктовый набор, который она принесла в дом своего покойного мужа? 6 видов свежей рыбы, фенхель, шафран. Скукота какая, страшная. Что ты тут делаешь? В Москве развлечения закончились. Ты знаешь, Мариночка, меня на все хватает. И ты не ленись, вот давай-ка ответь следователю на вопрос. Ну, ответь. Не могу тебе отказать. Лев Леонидович, ответьте, да, пожалуйста, на вопрос этой следователя. А ты иди ко мне, ответишь пока на мои. Ладно, слушайте. Моя клиентка поужинала в компании законного супруга. Она приготовила суп буайбес. Во время ужина они вспоминали лучшие моменты совместной жизни. Григорий Александрович так расчувствовался, что обещал пересмотреть свое решение о разделе имущества при разводе. Ваша клиентка говорила своей подруге, что она что-то провернула. Буайбес она провернула. Это любимый суп ее мужа. Увы, раньше у Марины он не получался. Но этот раз удался. А ваша клиентка сама ела этот чудо-суп? Да, разумеется. А потом тщательно перемыла всю посуду, хотя знала, что с утра придет горничная. Марина Олеговна, посуду? Сильно сомневаюсь. Скорее, это ее муж решил освоить этот тяжкий труд. Страх, с тобой не соскучишься. Ни снотворного, ни упаковок от него в его доме нет. Единственное место, где оно найдено, это желудок Воскресенского. Кстати, про желудок-то давай-ка пойдем поужинаем, а? Он съел лошадиную дозу феназепама и отрубился. Думаешь, пристаешь, что ли? Голодный просто. Пойдем. Значит, снотворное подмешали приготовки. Или уже за столом. Дождались, когда он вырубится, и уничтожили следы. Короче, кто мыл посуду, тот и убийца. Понял. Ужинать не идешь. Нет, почему буду? Только с Колей. Мы с ним уже договорились. Приятного аппетита. Постой! А первый некролог, это что вообще было? Черная метка или что? Ты вообще как сам думаешь, стерва Марина могла его отравить? Ну, ты ее хорошо знаешь, скажи, могла или нет? Не знаю. Она мне, кстати, визитку оставила. Так что могу выяснить на собственном опыте. А ты ужинать не идешь, да? Нет. Прости, но изголодался. Ешь. Что-то еще, Марина Олеговна? Нет. Хорошо. Слушай, Страхов. Да. Давай поговорим как взрослые. Давай. Это заноза и следствие мне в заднице ни к чему. Ну ты же явно пялишь ее, а? Перестань. Да ладно. Ты ее пялишь, значит, она тебя слушает. Ну, поговори с ней. Ну, пусть отвяжется. Да. Поговорю. Если ты мне скажешь, кто отравил Воскресенского. Прости, что я без предупреждения, но на мои звонки ты не отвечаешь. Так. Эй! Я уже вышла из душа, так что можешь спокойно звонить, я подойду. Хорошо. Только учти, что Марина буайбес не ела. И есть доказательства. Ну ладно, проходи. Да. Бедненько, но чистенько. Ой, что это у тебя, шкаф взорвался? Слушай, я тебя вообще не приглашала. Так что выкладывай доказательства и проваливай. Да. У Марины
Сильнейшая аллергия на морепродукты. Об этом все знают, все. Официанты в ресторане, куда она ходит постоянно. Ну, естественно, лечащий врач. Так что... То есть она нарочно приготовила рыбный суп. Воскресенский знал, что у нее аллергия, поэтому не стал спрашивать, почему она не ест. Она набодяжила туда снотворного, подождала, когда он вырубится, и помыла посуду. Алло, Галь, мне нужны срочно отпечатки пальцев с посудомоечной машины. Да, обшари ее всю. А я пока попытаюсь достать пальчики госпожи Воскресенской, чтобы сравнить. И, Галь, не уходи с работы, я еще буду звонить, ладно? А ты что, в ресторан-то уже не идешь, что ли? Получается, что не иду. Ладно, есть у меня пальчики госпожи Воскресенской. Вот они. Давай сюда, нужно срочно глаз свой отвести. Ладно, иди в свой ресторан. Я сам отвезу. Ты серьезно? Я серьезно. Кстати, платье люкс. Ну что? Ну сколько можно ехать, а? У Огарёвой телефон не отвечает. Ты по телефону говорить не можешь. Меня в клубе с 6 вечера ждут. Ненавижу быть самой трезвой. Прекрасно тебя понимаю. Дай мне отпечатки и иди. Нашла ведь? А, ну конечно. Иди сюда. Вот смотри. Этот с визитки, а этот с посудомоечной машинки. Ну я побегу. Значит, совпали, да? Ну, как же я не люблю, когда женщин сажают. А? Даже за убийство. Кого сажают? Они же разные. Здесь, здесь и здесь. Слушай, а может мы вместе в клубешник махнем? Будет круто. Правда. Правда. Ну, конечно, правда. Ну, адвокат-то про Марину правду сказал. Конечно, она не умеет готовить байбес. Как ей уметь-то, когда у нее аллергия на морепродукты? Она же даже попробовать не может. А в этот раз Воскресенскому суп понравился. А почему? Да потому что суп подменили. Сейчас. Не отвечает твоя подруга. Ты же знаешь, где наушный, так? Где? В Южной ночи на Цветном. Так. Так ты что, вас насчет клубешников? Да. И ты тоже. Нужно сейчас же обзвонить все рестораны вокруг дома Воскресенскую. И узнать, кто заказывал 31 числа. Боебес на вынос. Да. Привет. Привет. Слушай, какая ты красивая в этом платье, а? Спасибо. Где-то я его уже видела. А это хозяин ресторана. Мой друг, между прочим. Ну, пойдем, пойдем. Вот время летит, а? 10 лет. Да. 10 лет не виделись. Угу. А помнишь, Тимур с Дашкой, как они? Да вроде поженились, двое детей. Да ты что, серьезно? Угу. Класс. Значит, общаетесь, хорошо. А на втором курсе, помнишь, с компанией ездили отдыхать? Ялту мотнулись. Тоже времена были, да? Ну давай. Слушай, Жень, ну ты правда, ты... Просто красавица. Да, Жень. У тебя плечи
Такие красивые. Слушай, извини. Я на минутку. Пошли смс-ку ей, ладно? Только срочно, срочно! А зачем тебе мой телефон? Сядь! Слушай, Коля, я согласилась с тобой поужинать и не пообжиматься. А ты всегда женщин вот так вот на секс разводишь? Диана! Так. Роман Андреевич, Женя, где? Нельзя. Так. Ты что здесь делаешь? О, Господи, Боже мой, ты жива. Ты... Ты будешь отвечать на звонки телефонные или нет? Да что случилось опять? Да глюкануло меня. Такого да представлял. Ужас, правда. Я тебя прошу, это платье синее свое больше не надеваю. У меня с ним столько связано уже, ты даже представить не можешь. Откуда ты узнал про Заура? Ты про суп-то сама догадалась? Про какой суп? А про Заура какого? Значит, вы, Заур Ваганович, не знаете, кто такой Коля Саркози. А вот он мне час назад сообщил, что вы с ним друзья. У меня много друзей. Все, кто обедает в моем ресторане, мои друзья. И ты мой друг, и он мой друг. Только я не со всеми друзьями знаком. А что натворил этот мой друг? А он отравил ужин режиссера Воскресенского снотворным. 17 числа. Да ты что? А в газетах писали, что Воскресенский сам умер. Неправду, значит, пишут в газетах-то. Но режиссера Воскресенского вы тоже, разумеется, не знаете. Обижаешь, девонька. Воскресенский для меня был как сын родной. Я в него душу вложил, и не только душу. Гришенко ведь до меня только клипы с певичками снимал, а дед Заур ему помог режиссером стать. Сюзанночка, принеси лимончик. Конечно. Так чем я могу помочь вам, друзья мои? Дед Заур любит помогать людям, а в ответ люди помогают деду Зауру. Для того и нужны друзья, чтобы помогать друг другу. А Воскресенский вам, значит, во взаимной услуге отказал. И тогда вы обратились за помощью к другому другу из популярной газеты. А потом еще к одному из силовых структур, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не пойму, кто из вас писатель. Такой сюжет написала, такой... Недостоверный. Да, но только... Недоказуемый. Вот. Заур, да это серьезно? Ты что, замочишь меня за такой пустяк? Правильно говоришь, Гришенька. Дело пустяк. Не стоит из-за этого обижать деда. Григорий Александрович, там писатель Страхов, с ним девушка из следственного. Через 5 минут. Понял. Ну, посмотри, какая цаца. Чем тебе не звезда? Ты вон в люди выбился, теперь девчонке помоги. Заур, ты вообще понимаешь, кто такая Бланш Кейтлин? Американка, с которой ты спишь. Она мой пропуск в Голливуд.
а ты мне вместо Америки втюхиваешь какую-то тёлку из Ессентуков. Я бы на твоем месте Ессентуки выбрал. Полезнее для здоровья. Лучшим памятником Григорию Воскресенскому станет его собственный фильм, сказал режиссер Комаровский. Мы оставили сценарий без изменения, работать над ним будет та же команда, а на роль русской барышни Дуняши вместо американки Бланш Кейтлик мы пригласили восходящую русскую звезду Сюзанну Кузоватову. Ну, так можно попробовать доказать мотив. Да ничего у нас не получится. Коля лучше отсидит и выйдет живым, чем сдаст Заура и отправится вслед за своим клиентом, которого он так хреново охранял. Ну хорошо, дай мне пистолет, я его пристрелю. А лучше иди сама, я на стрёме постою. А знаешь, что самое поганое в этой ситуации? Что он вообще нас не боится. Он знает, что останется безнаказанным, а я чувствую себя полным дерьмом, потому что ничего не могу сделать. Помочь-то чем, Жень? Слушай, Страхов, у меня правда сейчас нет сил ни орать на тебя, ни ругаться. Я даже угрожать тебе ничем не могу. Я тебя просто по-человечески прошу. Мне твоя помощь не нужна. Ты просил меня дать тебе шанс, я тебе его дала, но... Помнишь, ты обещал, что если я попрошу тебя уйти, ты уйдешь? Так вот, я прошу. Уходи. Не уйду. Ты же обещал. Ну, обещал, соврал. Мало я врал последнюю неделю. Пытался не собой притвориться. Ничего из этого не получается. Он Воскресенский видел, что из этого выйдет. Хороший был кликмейкер, а режиссером стал хреновым. Притворялся, а я не хочу. Давай так, Страхов есть Страхов. И он Страховым и останется, хочешь ты этого или нет.